Какую камеру смотреть? А, эти обокрали, блядь, Спартак. В два раза больше счет платите. Ну, для меня впечатление было, потому что я за границей, что. Там прокаженные эти где-то ходили по городу там. Не, ну круто, да, это круто, но слушай. Очень круто. Ну, подумаешь, кто-то там подойдет тебе, ударит, или ты там ответишь. Я никогда не мог понять, пока ты вот она не отважился перейти в Барселону и Реал. И вот я потом сидел по телевизору, смотрел. Они в одном финале играют, в другом финале. В третьем финале. С балкона выходил и кричал там вниз, там Шаля, что ты там делаешь? Ты тогда еще мог выпить чуть-чуть. Нет, нет, нет. Здесь я думаю, блин, хмуро, все серо. Немцы эти, арбайтен, айнцвайн, драйн. Чем мы отличались с того времени? То, что мы о деньгах вообще не думали. Всем привет, мы продолжаем наш подкаст. И в целом, сегодня, наверное, тот подкаст, как мы и задумывали эту концепцию. Да. Чтобы рассказать людям про жизнь наших легионеров, которых было много. Наших звездных легионеров. Наших звездных легионеров. Потому что в то время же не было интернета, и как будто бы про вашу карьеру там не так много знали. Ну да, связи вообще, такой, не, вообще не было. Вообще не знали. Ну, то есть, ну, я не знаю, сейчас мало мы, звали, сейчас мало мы знали. Отслеживаем каждое, не знаю, касание мяча, да, Захаряна. Да, да. А тогда касания были поэпичнее, но про них многое не говорили. Ну да, и хорошо, что у нас сегодня в гостях одна из главных легенд того времени. Александр Владимирович Мостовой, звезда наша, наш любимчик. И я думаю, что это прям, ну, я думаю, я не знаю, там, как это делится, там, первый, второй, там, как, для кого все-таки, но я думаю, что это один из трех наших главных легионеров вообще того времени. Кто еще? Ну, для меня лично, для меня это лично, это Шалимов и Кончельскис. Ну, то есть вот такого уровня ребята, которые там действительно приехали туда. Ну, правда, я не помню, Шаля, по-моему, в Интере был не так долго. Не так долго, да. Не так много. А мы сейчас потом дойдем, что я когда приезжал к Саше в Виго, ну, реально, я думаю, он был там популярнее, чем мэр города. Ну, правда, там, это любовь там и популярность была просто вообще нечеловеческая. То есть это вообще все сложно представить. Ну, в чем это проявлялось? Ну, он не мог на улицу выйти вообще просто. Реально? Не, ну я выходил, конечно. Не, он там, знаешь, где, как выходил? Он сидел у своего дома в кафешке, потому что там никого не пускали, там такое. А в рестораны там, ну, это просто постоянная толпа. Но это не только в Виго. Это же не только в Виго. Не, ну, я имею в виду, вы тогда, находясь в Испании, в Виго, вы чувствовали себя суперзвездой? Ну, суперзвездой не чувствовал, наверное, звездой, да. Но я к этому всегда спокойно относился, поэтому я этого особенно не замечал, потому что, я говорю, когда тебя все знают, каждый, как бы, каждый ребенок тебя в городе знает, поэтому ты к этому спокоен. Ты привыкаешь к этому. Ну, в день матча ты мог в городе увидеть где-нибудь, наверное, там в районе 5-7 тысяч мостовых. Футболок. Футболок. Да, 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 да. Ну, а в чем это вот таком проявлялось? То есть как вы могли это почувствовать на себе, что вы там звезда этого клуба, что вас обожает город? И как вы это чувствовали? Ну, ты понимаешь, когда ты с этим живешь каждый день, да? Каждый тебя, еще раз говорю, тебя знает каждый. Ты идешь по улице, тебя каждый... Вот, кстати, мы начали наш разговор с того, что не было телефонов, да? Нельзя было фотографироваться, да? Да. Просто каждый тебя останавливает и кричит: «Алекс, привет!» «Алекс, все с тобой здороваются!» «Все с тобой, к тебе хотят подойти, поздороваться, ну, за руку, да? За руку там». Потом, куда ты идешь, в какое-то место, все знают сразу. Вот ты идешь, как вот у нас, ну, я говорю про город, да, про город, Тимур, ты был там, я не знаю, у нас такая красивая набережная была. В порту такой были ресторанчики. Да, в порту, кафе, да, рестораны, да, да. Да, и все туда шли, да, погода, все сидят, все это. И просто, если ты туда заходишь, в эту, а там тысячи вот так сидят вдоль берега, да, вдоль вот этих кораблей, там это, и все сразу все встают и на тебя начинают смотреть, что пришел там Мостовой или Карпин. Или Карпин, да. Но вы кайфовали от этого? Да нет, мы к этому... Ну это приятно, послушай, но на самом деле... Ты с этим живешь каждый день, ты понимаешь, да. Особенно кайфовали дети, когда были маленькие, правильно? Ну, не кайфовал, конечно. Но это приятно, на самом деле. Слушай, ну, когда ты приходишь в город, там, ты заходишь там, в ресторан, к тебе бежит хозяин ресторана, тебе сразу лучшее место, там все, там Алекс пришел. Там, да, ну, и плюс еще и платить не надо. И платить не надо. И платить не надо, понимаешь? В Испании очень, ну, очень часто мы не платили за ужин, за обеды. Очень часто. Ну, просто приходил официант, сказал, за вас закрыто. Да? Ну, хозяин ресторана. Ну, хозяин ресторана, да, ты приходишь. Тем более у нас было несколько ресторанов, в которые мы всегда ходили, да, или обедать, или ужинать. Поэтому в этих ресторанах точно. Один итальянский был, хозяин итальянец. Вот я очень любил, почти никогда не платил.
Ну, это мы перемотали. Давай чуть-чуть. Ну да, начало. Перемотали, да. Это ты такое ощущал, наверное, в 2017 году, да? Нет, я везде платил в два раза больше. Нет, я имею в виду, что. Где кто ты сел? Нет, я помню, что ты где-то рассказывал, что. Наоборот, когда меня встречали, говорили: а, эти обокрали, блядь, Спартак, в два раза больше счет платите. Нет, наоборот, не во все рестораны тебя пускали. Вообще не во все рестораны еще пускали, да. Там, где ЦСКовские или Зенитовские рестораны вообще не пускали. Так что у меня эта слава была вообще по-другому работала. Ну да, мы перескочили, мы обычно идем прям по хронологии. По хронологии карьеры. Вы воспитанник ЦСКА. Ну да. Но там... То есть у нас какое-то время назад был воспитанник Спартака Игорь Корнеев, который попал. Он тоже воспитанник ЦСКА. Ой, он воспитанник Спартака, который потом стал звездой ЦСКА, а ты наоборот. Я наоборот. И Радимов то же самое, воспитанник Зенита, который стал в ЦСКА. А ты вот наоборот, там в редком случае, когда ты. Как ты вообще попал в школу ЦСКА? Расскажи. Давай так, что. Ты же, по-моему, из Королева, да? Нет, я из Дмитровского района, город Лобня, так. А, из Лобни, из Лобни. Ну, я еще дальше, да. Я еще дальше, там еще мне. Я уж назову так, такой был совхоз Останкино. Это прям такой, это поселок прям, городского типа был, да? Да, это не поселок, это просто пять домов и футбольное поле через дорогу. Ну как, Сань, вот как можно было, вот как, а где как футбол откуда появился вообще? Ну давай, это действительно история, наверное, самая трудная была в моем детстве, потому что это место, где я жил, как я вам сказал, да, там пятиэтажных домов, и остальные вот... Ну, деревенские. Деревенские дома, да. Сектор. Деревенские дома. И одна отдушина была, это футбольное поле от школы рядом со школой. Ну, например, мой дом пятиэтажный был, да, через 100 метров школа. Угу. И через дорогу, там, через километр у меня было футбольное поле, на котором играл мой отец. На котором играл мой отец, потому что отец занимался, ну, не тоже занимался, играл в футбол. Играл, кстати, очень хорошо в футбол. Угу. Был одним из лучших вообще. Ну, как бы на любительском уровне играл? Или там была какая-то такая... Там была своя команда. Своя. Они команда играли была. На первенство Московской области, там, Советского Союза, региональных каких-то соревнований, да. Поэтому я целыми днями, как я говорил, у меня был мячик футбольный, да, там, не знаю, где-то батя его нашел. Я просыпался утром. Ну, 100-150 метров до школы. Я шел с мячом всегда. Жонглировал мячом. Да. Шел с мячом в школу, потом его прятал за школой. Всегда там было место такое, где можно было спрятать. Или в кустах, или еще где-то. Угу. Все, заканчивались уроки, я брал этот мяч и через дорогу туда на футбольное на поле. Да. Ну, то есть у тебя реальная история, как такая, знаешь, история так Золушки, как вот в Америке мы видим там, что как бы откуда-то из Гарлема там, да, человек живет с мячом и вот выходит в спорт. Ну, окей, хорошо, откуда, ну, ты вот пришел 6 лет, да, там какая-то школа, у вас, да, наверное, там секция была? Нет, у нас вот там, наверное, мне повезло то, что в двух классах, да, вот моего возраста и, наверное, на год старше, да, у нас так подобрались ребята такие, которые любили футбол тоже. Любили футбол и хоккей. Поэтому один отец, не помню кого, какого-то мальчика, вроде бы на стадионе сделал вот эту секцию какую-то футбольную. Ну, так как мой отец тоже играл, да, я же постоянно приходил на стадион и смотрел какие-то тренировки, какие-то игры там. Поэтому, я говорю, у меня вся жизнь кипела. Школа, домик, дом и стадион. Вот так. Вот такой треугольник у меня был. Больше я ничего не видел. Поэтому я день и ночь находился на этом стадионе. Поэтому у нас была школа, и подобралась такая команда ребят, что все как бы, ну, любили футбол. Ясно, что все играли не так, как Саша Мостовой. Ну да, судя по всему, спустя какое-то время, да? Ну, просто у них было преимущество, потому что был я. Ну да. Понимаешь? А в детстве ты знаешь, если ты обыгрываешь по 5-6 человек, другим можно ничего не делать. Слушай, ну и потом ЦСКА, каким образом ты попал? ЦСКА нет, там какая школа? Мы вот этой командой нашей, вот такой деревенской, да, назовем так, мы такой, помнишь, кожаный мяч был? Конечно. Да, турнир, не знаю, сейчас есть? Ну, наверное, какого-то прототип, наверное, есть, что-то похожее. Что-то похожее, да. Мы в какой-то момент начали выигрывать на первенство Дмитровского района своим классом, да, ну, классом я назову, потому что у нас действительно команда. 6 ребят из класса было, наверное, да. И начали выигрывать, и нас там куда-то пробились в какой-то вот турнир, где потом попали на кожаный мяч. И там уже заметили по скаутам. Там начали замечать. Начали замечать где-то что-то. Ну, слух пошел. Короче говоря, по Дмитровскому району пошел слух, что есть хороший мальчик, который... Это тебе сколько лет? Лет 10? 12? Ну, смотри, этот третий класс, это сколько нам было? Ну, 9, наверное. 9-10, да.
Вот так. С этого все началось, начали участвовать, играть в одном турнире, в другом, в третьем, ну и везде, где, когда приезжала наша команда, ясно, что Саша Мостовой был одним из лучших. Короче, всегда. Ты привык к Славе еще. Вот, кстати, возвращаясь. Вот, да. Возвращаюсь, когда закален, ты мне, Сева, ты мне говоришь, когда мне 30 лет было, а тут я тебе уже в 10 говорю. Но все-таки, мне кажется, нет, а там, знаешь, Слава, Виго и Влоб не по-разному немного ощущаешь. Но зато, понимаешь, к ней постепенно привыкаешь. Ну, здесь опять возвращаюсь к чему? К тому, что, как ты говоришь, как я попал в ЦСКА, да? Да. Там был момент, к нам, там, где у нас стадион был, да, в этом, в совхозе в этом, да, рядом, если помню, кто там, вы, Дмитрий, знает этот район, да, нет. Там круглое озеро, долгое озеро, такие это озера. Только Вигу знает. Да, да. Нет, я круглое озеро есть. Слышал. Вот в этом районе есть, да. Озера, да, и там всегда были пионерские лагеря. Ага. Я летом проводил все время в этих пионерских лагерях. Все лето, да, 3 месяца, потому что, ну да. 30 минут от дома, да. Поэтому туда, красивое место, туда часто приезжали, ну, какие-то команды из Москвы. Один раз, я помню, приехал. На сборы, да? На сборы, типа, или на какой-то там что-то. Ну, или на какие-то турниры. На летние, да. А так как поле было в этом районе одно, вот это футбольное, такое, кстати, неплохого качества в этом, ну, в нашем совхозе в этом, да. Поэтому там часто играли. Поэтому, когда какая-то команда приехала, или «Динамо», или еще что-то, да, и с нами сыграть. Ну, там, нам по 12 лет, и им там по 12. Ну, и они сыграли, говорят, есть у вас какая-то команда? Там кто-то говорит, да, конечно, у нас тут команда деревенская есть. Ну, давайте. Сыграли, и пришлось их отвалтузить, да. Они говорят, как у вас такой мальчик играет? Это кто такой, да? Это кто такой? Мы, по-моему, там 3-2 выиграли, что ли, по-моему, 3 забил им. И они, конечно, начали говорить, вот, ничего себе у вас какой мальчик. Ну, раньше такого же не было, как ты говоришь, ни телефонов, ну, да, ничего. Потому, ну, было я сейчас просто Севе переведу это на годы. Да. Саша 68-го года, то есть, грубо говоря, это 78-й год. Это кроме, конечно, средства связи еще вообще, вообще не ничего было. Ну, я говорю, у нас телефона не было. Ну, да. Даже домашнего не было телефона. Телевизор тоже так, не помню, был ли или нет. Ну, короче, у вас замечает ЦСКА. Нет, а как? Динамо. Динамо. По-моему, Динамо обыграли, да, замечает Динамо. И как-то, я не знаю, так как батя играл в футбол по всей где-то там, куда-то ездил, где-то чего-то, как-то что-то в какой-то день он мне говорит, ты знаешь, какой-то слух прошел, что или он где-то на каком-то турнире был. Ему кто-то подошел и сказал, мы знаем, что у тебя сын играет в футбол. Не хочешь ли ты его привезти в это, к нам в ЦСКА? Вот как-то так, по-моему. И как-то в один день он мне говорит, поехали на тренировку в ЦСКА в Москву. Ну, мотаться, Сань, было уже, наверное, физически невозможно, вот так и ежедневно, или как? Тимур, это самое сложное, что потом произошло в моей жизни. Здесь уже начинается то, что, как ты говоришь, откуда все это... Закалялся характер. Закалялась сталь, да. Да. Чтобы ты понимал, я коротко скажу свой распорядок. Давай. 12-летнего мальчика. Школа. Не, я просто хочу обратить внимание, что современные дети, знаешь, которые на автобусе проедут там километры, они уже устали, умирают, да. Чтобы они видели, как вообще как добирались. 8 утра школа, вот это 100 метров, с мячом пробежал, ну, иногда без мяча, конечно, потому что, да, пробежал. Уроки. Это первое время, когда началось. Почему я потом покажу, что дальше произошло. Школа. У меня все по расписанию было, да, потому что у нас автобус ходил 2 раза в час, автобус, и где я жил, да. До станции, где электрички даже уходили, до Лобни, до города Лобни, да, ага. Он шел 30-35 минут. Но я должен был успеть после школы на этот автобус, потому что если я не успеваю на этот автобус, я не успею на электричку, которая идет в Москву. И это еще 40 минут до Савеловского вокзала. Поэтому я бежал быстрее после уроков, бежал сразу на автобус, успевал на автобус, влезал туда, влетал, потому что автобус тоже был, знаешь, автобус, да? Ну, пазики какие-то деревенские такие, где-то, да. Там влезешь где-то куда-то чего-то, да? Потом минут 30 он ехал до станции, и здесь мне нужно было вот поэтому... Мост вот этот железный, на электричку на это успеть. Там, у меня было там, ну, 5 минут от силы. То есть все это бегом? Все это бегом. Я выбегал и несся туда. Успевал, запрыгивал в этот вагон. Ехал 40 минут, если с остановками, да, 40 минут до Советского вокзала. Советский вокзал знаешь где, да? Ну, да, естественно. А где ЦСКА? Ну, еще надо потом по Ленинградку. Понимаешь, туда. Да? Понимаешь, да, это? Ну, тогда потом да, у меня маршрут был. Потом маршрут, троллейбус до «Динамо».
Если троллейбус я не успевал на это, то мне надо пешком было... Бежал. Пешком бежал, правильно. Я бежал до следующей, на «Динамо». Потом на «Динамо» нужно было как до Песчаной добраться? Ну, наверное, тоже какой-то транспорт был. Помнишь, там ходили трамваи? А, трамвай, точно, точно. Помнишь, да, с «Динамо» трамвай вот шел? Сейчас посередине там, где посередине, у тебя сквер, да. Ну, если трамвая не было, я же понимаю, что время-то уже цигель-цигель. Я бежал и на перерез перепрыгивал через забор и через вот где сейчас Ходынское поле. Да. Ходынское поле, где сейчас расстроилось вот этот парк красивейший. Я бегом бежал до Песчаной. До Песчаной. Прибегал на тренировку, тренировался, ну, потом не мылся. Часто очень не мылся, потому что по времени же нужно было назад все это успеть. Вот это весь потом, вся эта процедура обратно. Процедура, да. Поэтому вот... И так, каждый день так, Саня? Вот первый месяц я вот так попробовал, потом все поняли, что... Это невозможно. Я, родители поняли, что это невозможно. Они придумали такой выход. Ты знаешь, 2,5 часа туда вот так я добирался, ну да, бегом. Это кошмар. Потом 3 часа назад, потому что если я куда-то опаздывал, мне же нужно было где-то там минут 40-час ждать. Например, самое сложное было, что если бы я опаздывал с электрички на автобус, то мне нужно было минут 45 стоять. Там 10 часов вечера. Ну, это да. Это понимаешь, да? Ну вот, потом родители придумали такую, с тренером из ЦСКА, они придумали такую историю. Был же интернат. Угу. Был интернат в этом, в ЦСКА. Но интернат был спортивный, если кто знаешь, да, в ЦСКА? Не знаю. Был интернат спортивный, где учили все, ну, хоккеисты, фигуристы. Да. Все спортсмены. Да. А, ну, там спать-то нельзя было. Там же жили только кто москвичи. То есть там... А рядом был интернат с детьми, у которых, не было или родителей, или еще что-то. Там было, где можно было спать. Пятидневка такая. Да, и меня туда устроили, чтобы я ходил на тренировки и спал там. И учился ты тогда уже, соответственно, в этом интернате? Конечно, да. Ну, то есть я жил более-менее так? Более-менее, да, но я учился с детьми, у которых не было ни родителей, ни сё, там, понимаешь? И вот меня туда устроили. Ну, там еще я закалился. Говорят, что там такие жесткие истории бывают. А там они и были, да. Да, там... прям, это прям как, ну, как сироты, да, я так понимаю? Дети, да. Это было? Как детский дом, типа детский такой, дом, да? Да. Что было? Ну, вот на первую четверть я там 2,5 месяца, когда там в сентябре, да. Я там отучился, да. То есть там драки, вот это все, да, там дедовщина, все было, как, да. Ну, как мне в просто, фильмах показывают, да? Да, вот в фильмах показывают, что дети, которые без родителей растут, это много и травли внутри. Да, там и, все это было. Не знаю, и всякие истории с токсикоманией и все такое. Знаешь, там что получилось, что родители не думали, что такое возможно. Ну, я тем более не думал, да. Но мне ну там да, это еще ребенок, понятно. Шестой класс, сколько? 12 лет. 12 лет, да, вот. Я рад был то, что просто я выходил на тренировки, которые были каждый день, и на ЦСКА, на Песчан, там, 15 минут, да? Но то, что происходило там, кто что знал? Что происходило? Ну, вот то, что Тимур говорит, драки, это, то, надо было там. Со всеми драться. То есть ты как бы знаешь, что это такое, да? Ну, я, конечно, знал, да. Потому что тогда ты, вот я, например, зная тебя там 30 лет, никогда не видел от тебя никакой агрессии вообще. Там, но она вся агрессия у тебя осталась там, да? Она вся там осталась, да. Да, слушай, да. Ну это так вообще, да. Но это... Там единственное, знаешь, что меня спасло немножко там моментами, потому что там был тоже, ну, спорт же был же там, да, когда не было тренировок, ну, да. Еще что-то, мы там, площадка хоккейная была, там мы всегда там футбол играли, да, и когда я там выходил, все, там сразу все понимали, кто играет в футбол, и все. И вот это меня спасало, потому что... А, то есть там среди детей вот эти... Среди детей они же тоже видят, стал авторитетно. Да, что вы обыгрывают, а меня во все команды брали, я там уже начал выбирать, за кого я буду играть, с кем я там днем, ну, грубо говоря, день до этого подрался, да, на следующий день я говорю, не с тобой я играть не буду, ты сам играй, там, знаешь, там. Они потом подходят, говорят, не, Саш, ты давай за нас, завтра мы там играем. Я говорю, не, с вами не буду. Те другие, ну, так, все происходило. А потом первая четверть, а потом дальше как? А потом закончилось тем, что приехали родители. Увидели все это? Увидели все это, да, когда я там шел по коридору и забрали. И? Все, я вернулся в эту, в свою школу, где я жил, в этом совхозе. И опять вот это продолжилось эпопея с переездами? Продолжалось, да, продолжалось, но я физически не мог это делать, и просто я отпрашивался, что я говорю, если один раз я приеду на тренировку, это уже хорошо, тренер пошел мне на уступки. А, то есть они как бы... Да, и я приезжал только на игры, вот, ну, у нас игры по воскресенье, по-моему. Ну да, типа выходной день, да. Я приезжал только на игры в школу. Слушай, ну это же, ну там, допустим, 12, понятно, а уже полноценно. Не было такого, что ты в 15 лет уже прям перешел в ЦСКА?
То есть ты за ЦСКА как бы как таковую команду взрослую никогда не играл? Никогда. Я вот до 16 лет, ага, до окончания школы, я приезжал или на тренировку там один-два раза, если мог, да, потому что я из школы тоже убегал, правильно? Ну понятно, здесь что скрывать. Мы все убегали из школы, из уроков, и то, и все. Другое дело, что я в воскресенье, я всегда на игры старался приехать, потому что для меня это было все. Поэтому так я до 16 лет. И Спартак как появился? Ну, в 16 лет. Я просто хочу понять, вот вы, по сути, не тренировались в ЦСКА? Нет. А как вы получили вот это образование футбольное? Просто с отцом или как? Да, отец тоже со мной особенно. А как? Ну, то есть такой самоучка, видишь, получается. Нет, я играл за эту свою команду, своей деревни в этой, и все, я постоянно за нее играл. Тренировок как таковых у нас не было. У нас просто были какие-то, игры, матчи, еще что-то. Просто вот сейчас много говорят про то, что футболисты нынешние российские, они не обучены, потому что неправильно система выстроена. Да. А вот вы рассказываете так, как будто у вас вообще не было тренировок, как будто вы сами всему научились. Ну вот я вот рассказываю то, что у меня было. Такая по бразильской системе. Как в Бразилии. Я говорю, в том месте, где я жил, у нас пришли, представляешь, 10 человек на тренировку. Из них там трое умеют более-менее играть, более-менее. И я там их обыгрываю по 5 человек. Вот тренировка у нас такая. Я просто к тому, что вас вот можно назвать было. Самоучкой. Можно сказать? Или как? Я не знаю, можно, Сев, нельзя. Никакой, я так понимаю, спортивной медицине, восстановлениях. Да нет, ты что? Ты представляешь, медицина, и вот так 2,5 часа в один конец, потом 3 часа назад в другой конец. И так, какая медицина тут? Так нужно было еще проснуться, потом опять в школу идти. А Спартак как появился вообще? Красная Пресня сначала. Сначала Красная Пресня? Да. Да. Нет, школа. Смотри, там был момент, когда где-то лет в 16 меня заметили, и меня стали вызывать уже за сборную Москвы. Тогда была сборная Москвы еще. Когда мы все познакомились, наше поколение. Шалимов, Колыванов. Писарева тогда не было, его близко даже в сборную. Ну, хотя он появлялся где-то там, да. Тогда мы все познакомились уже вот здесь, на сборах в Москве, за сборную Москвы. И здесь уже, конечно, слух пошел, да, что мальчик... Шаля там из «Спартака», Мостовой из ЦСКА, Колыванов из ФШМ, по-моему, да, был? Я не помню, я его только по «Динамо» помню. ФШМ, да. ФШМовский он, да? Да, ФШМ, очень сильная команда была. И все, потихоньку слух, начали играть, турнир там, турнир тут. Плюс ЦСКА у нас команда такая сильная подобралась последние там выпускные годы. Мы там становились чемпионами, да. «Динамо» сильная команда была, где был вот Андрюх Кобелев. По-моему, постарше тебя, нет? Не, одного. Тоже 68-го, да? Мы встретились там, да. Димка Харин, вратарь, да, там уже в 16 лет был за «Торпедо», стоял в основе. Все вот это наше поколение. Поэтому здесь уже слух, и начали где-то что-то как-то привлекать. И вот первое, что произошло, это я заканчиваю школу, 16 лет. 16 лет. Да, и что делать? А ЦСКА тогда было... В первой лиге. А у первой лиги не было дубля. Команда не... Понимаешь, когда я в первой лиге играл, дублирующего состава не было. Мне 16 лет. Куда? Я с друзьями из школы собираюсь поступить в институт. Физкультурный. Физкультурный. Мы, по-моему, трое или четверо нас. Те, как раз которые более-менее играли в футбол. Мы поехали, сдали документы. И все. И вдруг... Кто-то мне из школы, мой парень, я не помню, просто время прошло, я помню, что он был рыжеватый такой, по-моему, Коля звали в школе. Он мне говорит: ты знаешь, Сань, там тебя просили позвонить тренеру нашему, тебя хотят посмотреть в команду мастеров «Красная Пресня». А это вторая лига была сейчас? Вторая лига, «Красная Пресня», вторая лига, да. Хотят тебя посмотреть, чтобы ты приехал. Ты можешь позвонить? Я говорю, в принципе, могу. Конечно, я обрадовался, с одной стороны, с другой стороны, напугался. Думаю, как? Кто у меня команда мастеров? Тогда слово такое было, помнишь? Да. Команда мастеров. Я говорю, прекращайте, мне 16 лет, я школу заканчиваю только там. Тут команда мастеров. Звоните, еще звоните откуда? У меня же телефона-то нету. Я же, чтобы позвонить, мне надо было 30 минут на автобусе ехать. На почту? Нет, на автобусе нужно было ехать, в Лобню. То есть у вас даже там не было телефона? Не было. 2 копеечки, я приезжал на Лобню, позвонил, не помню, да, тренеру нашему, по-моему, кто у нас тогда был. И он сказал: Саша, приезжай на стадион «Красная Пресня», тебя ждут такого-то, такого-то.
Ну и все, я в какой-то день поехал. Вот здесь все началось. На Красную Пресню поехал. Началось восхождение. Да, 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 да. И все. Вы уже переехали в Москву полноценно? Не-не-не, как? А тоже мотались? Да и конечно, а как я перееду? У меня 3 рубля в кармане было. Слушай, ну, Красная Пресня – это вторая лига, там все равно мужики были, да, в основном? Ну, как все бы, мужики, конечно. Не твои смотри, ровесники. Первое посещение мое было, когда мне назначили время, это, по-моему, ноябрь месяц. Вот, кстати, ноябрь был. Вот. Или декабрь. Ноябрь, декабрь, почему, знаешь, когда мне сказали, что ты должен быть, ну, грубо говоря, давай так, Красная Пресня все знают, да, где? Ну, конечно. Сейчас там, возле Белого дома, да. Да. Вход этот остался, я просто недавно там был, вход еще остался, там все поменялось, но вход этот остался. Я помню, мне сказали, в 11 часов ты должен быть там. Uh-huh. Вот мне по телефону кто-то человек сказал, и все. Я говорю, хорошо. Представляешь, я приезжаю, я помню, что снег был. Это значит, декабрь, может быть, был, да? Может быть, декабрь, да. Я приезжаю и встал у этих ворот. Ну, вот этот, uh-huh. арка эта большая, которая до сих пор там, по-моему, осталась еще. И стою, жду. Ну, и кто-то подойдет ко мне или не подойдет. И смотрю, один парень проходит, второй. И они вовнутрь идут туда, на территорию, в Пресне туда. Я стою. Меня же никто не знает, мало ли, мальчик стоит и стоит, что там. И все. Вдруг подходит Валерий Владимирович Жиляев. Знаменитый Жиляев? Да, он тогда тоже да. был в Пресне? Конечно. Подходит, то есть он говорит, с Романцевым еще с тех времен начинал? Конечно, конечно. И он говорит, ты Саша Мостовой? Я говорю, да. Пошли. Вот он меня повел туда, все. Туда пришел, раздевалка, и мы тренировались на хоккейной коробке. Uh-huh. Я почему помню, что зима была. Мне дали какую-то обувь, потому что у меня не было же ни кроссовок, ничего. Дали какие-то там на 5 размеров больше. И на это на коробку. Снегом, всему там. Там я, Олег Иванович уже был, Романцев. Он команда, как раз он был Красная Пресня, да? Да, команда. Тренировка. Я потренировал всю эту тренировку, сам понимаешь. И просто играли дыр-дыр на, это, ну, да. на льду со снегом. Поиграли, и, ну, и мое впечатление было такое, что, ну, я вроде там не терялся, падал, спотыкался там, мячи там туда-сюда. Но бился. Ну, да, потом закончили, пришли в раздевалку, и мне говорят, Саша, завтра или послезавтра в 11 часов здесь же. Все, я не мылся и поехал домой. Короче, ты в итоге, оказывается, талисман был Романцева, да? То есть он как бы с тобой только-только... Первые тренерские шаги, получается, делал. Как ну, раз наверное, да, был. Наверное, да, наверное, да. Ну, представляешь, у меня в голове тогда вообще ничего не, я не знал. Я, вернее, все знал, но я не знал, не понимал, где я нахожусь и что я делаю. Понимаешь? Слушай, я ну, уехал прям, домой, все. Ну, прям потом... реально это какая-то история для Netflix, для какой-то сериала такой. Ну, потому что, ну, то есть, в современности такое сейчас представить себе сложно, невозможно, да, вот, в такую историю. Да, это невозможно. Чтобы кто-то так добился это таких вообще... высот, начиная практически с какой-то сельской команды. Да. Ну вот я уехал, через 2 дня я вернулся также туда, я уже знал, куда идти, где раздевалка, и все, с этого все началось. Вот так я оказался в Красной Пресне. Ну там, я так понимаю, что в Красной Пресне это года 1.5-2, да? Нет, Тимыч, меньше получилось. Здесь произошло то, что, наверное, не происходит со многими, да? Ну, то, у тебя вся, вся пока твоя история такая, что это со многими не происходит. Да, то, здесь... Меня, значит, оставляют в команде, и тут какой-то момент, по-моему, зимой, это же зима была, да, как раз когда мне говорят, все, ты остаешься, ты mm-hmm. у нас, все. Тогда же не было ничего, ни документов, ни контрактов. Ну да, да, да. Я не знаю, паспорт был у меня или не был. Мне говорят, все, Жиляев мне говорит, Валерий Владимирович и Романцев говорят, все, ты остаешься, окей. Но команда улетает, куда-то мы улетали. Не мы, а команда. Красная Пресня куда-то на зимние сборы улетала. Причем очень далеко куда-то. Ну, не на Кавказ, ну, как раньше-то на Кавказ. Не-не-не, куда-то за границу. А, за границу? Куда-то в африканскую какую-то. А. Вот здесь у меня второй, как бы, стресс. Стресс. Да, стресс. Мне говорят, ты полетишь с нами. Я ее, как? Я куда? Ну, я за границей был, я уже начал ездить за сборную. За Москву. За Москву где-то мы там, по-моему, где-то были, я не знаю, в Германии еще. Ну, это они говорят, все, мы летим куда-то. Что делать? Ну, конечно, полечу. Вот так. И мы куда-то а полетели. Какие-то деньги уже платили, Саня, какие-то стипендии? Нет, нет. Еще, а куда вы полетели тогда, помните? По-моему, в какую-то, в африканскую какую-то страну. Ну, какое-то есть впечатление? Не помню. Нет? Не помню. Впечатление... Ты, короче, вот это все плохое забываешь быстро, да? Нет, ты знаешь, впечатление помню, что...
Может быть, Гвинея какая-то? Ну, наверное, да, ты меня не спрашивай. Может быть, Гвинея. Бисау еще, по-моему. Может быть, это какое-нибудь такое. Нестандартное место для сборов. Да, а в то время еще. В то время, по-моему, пофигу было. Это какой там, 84-85 год получается, да? Нет, это 86-й, да, 86-й. Здесь я к чему веду? К тому, что вот мы улетели на сборы, не на сборы, а куда-то какие-то турниры. Играли там с командами, с африканскими, которые выходили без обуви. Вот это я тоже запомнил. Жили там непонятно где, что там происходило, вообще не помню. Но для меня впечатление было, потому что я за границей, что. Там прокаженные эти где-то ходили по городу, там, ну, понятно, все. Потом вернулись, все, и начался чемпионат. Весна. Да. И ты за Красную Пресню. Я за Красную Пресню. Было правило такое, что играет меньше 18 лет, обязательно должен был играть дома парень один. Mm. В команде, в любой команде второй лиги. Меньше 18 лет. Мне как раз 17 уже было. Все, я начал играть, но другое дело, что меня уже начали и ставить в основном составе и за команду, когда мы играли на выезде. На выезде не обязательно ставить. Меня в домашнем матче должен был. Но он меня ставил всегда. И все, я в первых играх забил, там, я не знаю, там, из 10 игр я что-то 6 или 7 голов забил. Слушай, а кто-то был потом, кто и заиграл из этой команды? Кого-то помнишь? Из нашей Красной Пресни. Васька Кульков. Он тоже был, Вася был Пресне, со мной, да? Да, Вася был со мной. Ну, это же, тоже. По сути, ну, вот так, грубо говоря, это был «Спартак-2», как сейчас. Ну, это называлось в то время, Тимур, наверное, помнит, это была, называлась такая дочерняя команда. Да, да. Дочерняя команда. По сути, те, кто не проходил, наверное, в «Спартак», шел в эту команду, скорее всего, там еще, да? Нет, никто не проходил, нет, нет. Я, скорее всего, просто она была команды, никто не проходил. Потому что я не помню, чтобы кто-то из этой команды, кроме меня и Васьки, да, вызывался в «Спартак». «Спартак», да? Там что происходило? Мы играли, чемпионат шел, и всегда Бесков, Старостин. Приходили на матчи. Всегда на Красной Пресне, на каждой игре Красной Пресни сидели. Во-первых, Романцев тренер. Ну да. Спартаковец, правильно? И все вот руководство всегда. И мы с первых туров начали вообще обыгрывать, выигрывать. Все супер, супер, супер. Я играл левого полузащитника. Где нужно было от бровки до бровки бегать, да. Ну, короче, мне повезло то, что я начал еще голы забивать. Ну да, здоровье было тогда, все, да? Все голы, да. Все забивал, забивал. Тут Олег Иванович в какой-то момент говорит: Саша, какая-то игра была хорошая, говорит, тебе, наверное, на следующей неделе ты, наверное, поедешь играть за дубль «Спартака». Тогда было такое правило. Вот, к слову о том, что это «Дочерний» или «Спартак-2». Ну, или... Сева прав, это какая-то была приближенная команда к «Спартаку». Приближенная, конечно, конечно. И все. Вот меня раз подключили за дубль, я поехал играть. Ну, а потом все истории, которые ты знаешь, наверное, Тимыч, когда-то я отказывался ехать, я прятался. Я не хотел уезжать. Нет, расскажи, нет, слушай, смотри. Как эти все истории, все эти наверняка, знают. Ну, подожди, это, может быть, ты где-то рассказывал, ты у нас расскажи. Ты не хотел идти за «Спартак»? Я не хотел, да, я не хотел. Почему? Во-первых, меня все устраивало в Красной Пресне. Мы жили в Серебряном Бору. Серебряный Там Бор. Какое-то общежитие было, да? Там вот эти дома были трехэтажные. Uh-huh. Они, по-моему, до сих пор там еще есть такие, деревянные, знаешь. И вот в одном из домов жила команда. Мы там тренировались, кушали, представляешь, а для меня? Ну да. Живешь, спишь, кушаешь в номере по 5 человек. Раз, два, три. У нас 4 было, по-моему, да. Я дверь открывал, свет выключал, ну, подожди, включал. Я тоже самый молодой был. У тебя не было амбиций, что тебя позвал «Спартак»? Ну, то есть это как бы... У меня не было. Или ты какая-то страх такой был? Был страх. Я тебе сейчас, я просто себе расскажу. Саша всегда славился тем, что он лучше хотел быть. Потому что когда он был в «Сельте», это знают все. У него были приглашения из мега-топ-клубов. И он всегда до последнего сомневался идти, не идти. Ну, до этого это, мы видать, было с детства. До этого мы дойдем. Да. А в «Спартак», вы говорите, прятались, еще что-то. Это там что был было? Момент такой, когда в какой-то момент мы сыграли, все, Олег Иванович говорит, все. И Валерий Владимирович, потому что это было для меня, как бы уже заменили мне... Родители. Да, потому что я как бы жил там, все, я уже домой почти не ездил, потому что, ну, сам понимаешь, я жил на этом. Ну, вот, начали играть, и в какой-то момент он говорит, все, ты едешь за «Спартак», за дубль играть, обязательно туда-сюда. Я раз съездил за дубль, ну, вроде выпустили меня, там, сыграл нормально, вроде вернулся. Думаю, что-то как-то там не очень. Не понравилось. Не понравилось, да. Здесь вроде все хорошо, знаешь. Все свои, Васька тут рядом, там, ну, из молодых. Ну, все, какая-то атмосфера такая домашняя была, понимаешь, ты как будто дома. Вот этот дом, вот этот трехэтажный, столовая, площадочка там. Все, я как будто дома находился. Меня еще раз туда за дубль, я опять поехал. А потом вот эти истории, когда мне не понравилось, ну не то, что не понравилось, я не хотел просто, мне здесь все устраивало.
Меня отправили, я сел, ну, Валерий Владимирович Жиляев меня проводил до троллейбуса, Серебряного Бора, троллейбус же уходил туда, куда-то. Ну, до метро, до первой чего-то, станции. Да, до метро, да. Я доезжал, и все. И терялся. И гулял, да, по Москве ходил. Слушай, ну а потом... Раз так произошло, два произошло. Потом из «Спартака» звонят, говорят, а почему мостового не было? Они говорят, как не было, мы его отправили вам. А я гулял. Я приезжаю, они говорят, а ты где был? Я говорю, а что? А говорят, что ты не был. Я говорю, да ладно. А я же не знал, как они узнали. Ну, я же не знал, что есть, оказывается, связь какая-то. Потом меня пару раз Олег Иванович возил, и пару раз Валерий Владимирович. А, то есть они тебя уже потом под конвоем уже возили. Они уже, да, за руку, и ехали со мной, и довозили до конца, до Сокольников. Сокольник все даже автобус стоял, да. Чтобы я садился и ехал. Да, вот так. Ну, я думаю, что эти истории все знали, потому что много раз про них рассказывал. Но что заставило все-таки пойти в «Спартак»? Все, у меня... Здесь почему я говорю, опять возвращаюсь, то, что полгода я отыграл, и тут у меня уже в приказном порядке сказали, все. Ты идешь в «Спартак». Ты идешь в «Спартак», ты будешь второй круг играть и за нас, и за дубль. И за нас, и за дубль. То есть пока не в первую команду «Спартака». Не-не-не, конечно, нет, ты что. За дубль я ездил. Я ездил постоянно, сыграл за Пресню. То есть вот в тот период в жизни у тебя появился там, да, вот в этом дубле и был тогда Шаля, наверное, да? Да, Шаля был. Ну, Игорь Михайлович Шалимов, так мы Шаля, Игорь Михайлович Шалимов, так, да. Да, для нас, так можно. Для нас всегда Шаля нужно. Останется, да. Да, много ребят было еще там, да. Но я же, видишь, я только приезжал, играл и уезжал опять. Ну да, все равно туда пока все. В Пресне. Из Красной Пресни мы заняли первое место в нашей группе, и у нас был переходный турнир. Мы должны были попасть в первую лигу, да. Ну, нас убили где-то в какой-то городе, южном городе нас просто... Так и думал, сейчас ты вот сейчас вспомнишь, что в южном городе вышли там какие-то же усатые такие, наверное, волосатые уже футболисты, да? Да, и нас там просто убили. У нас было три команды в группе, мы этих обыграли, а с ними там нас убили, два пенальти дали. Какая-нибудь Гурия Ланчхути. Что-то похожее, да. Что-то похожее. Все. И в конце года мне просто сказали, все, ты все, «Спартак». Все, и ты потом уже все, ты пошел в «Спартак». Я пошел в дубль «Спартака», да. Ну, а когда ты дебютировал в первой команде? Это осталась память у тебя? Бесков. Да, осталось, конечно. Это Константин Иванович Бесков, тренер «Спартака» тогда. Меня проводили в «Спартак», Валерий Владимирович и Олег Иванович проводили. Причем сказали, смотри, такая фраза была. Кто помнит «Спартак» 86-87 года? На левом... Ну, так как я левого полузащитника играл, да, хотя я только в «Красной Пресне» я играл. Обычно я нападающий или под нападающим. Всегда, всю жизнь с детства я играл, да? Да. Поэтому, ну, здесь как, выбора нету. Мне говорят, все, ты в «Спартак», но у тебя... Ты обещаешь нам... Это был Романцев и Жиляев. Они говорят, обещаешь нам, что... Через полгода ты должен быть игроком основного состава «Спартака», да? А я говорю, а как я там буду? Вы что, как я буду игроком основного состава? Посмотрите состав «Спартака». Родионов, Черенков, Хидиатулин, в воротах Досаев. Кто там тогда еще был? Ну, я думаю, там Кузнецовы, Морозов, Кузнецовы, Бубнов, да? Ну, такая дикая команда была, звездная команда. Да, я перечисляю то, что и они говорят, а слева кто играет на моей позиции? Угу. Я говорю, я не знаю. Ну, я вран, что у меня там? Я не знаю. Они называют фамилии. А тогда на позиции левой играл Еременко. Помните? Не, сын, не помню. Отец Еременко. Ромы, ну, да, Ромы, да, Еременко. Да, да, вот он играл левого полузащитника. Он и еще кто-то играл. Он говорит, вот это место, которое ты должен... Отвоевать. Да. Ну и что? А дальше вы все знаете. Пришлось отвоевать. Слушай, полгода, правда, через полгода. То есть, грубо говоря, к 19 годам ты попал в основу «Спартака», да? 88-й получается? 18. 88-й год. 19 я уже чемпионом стал. Но... А, да? В 87-м году я стал чемпионом Советского Союза уже. Бесков – это очень жесткий человек. Дебютировал, кстати, Тимур, дебютировал, я сейчас вспомнил, где я дебютировал. В Минске. С «Динамо» Минском? Да, против «Динамо» Минска. Причем, помнишь, раньше правило было, дубль играл днем раньше всегда? Да, накануне играл дубль. Мы играли,
И после этого в раздевалке говорили... Трех-четырех человек, трех без человек дубля, кто лучше всех. Да, кто лучше всех, безумно это, переводили, да. И вот мне сказали все, и потом в этот же день мне сказали, что, Саша, в Минске ты выйдешь в основном составе. Саня, вот смотри, спустя вот много лет уже, на секунду вернемся, скажи мне, есть такая теория, что в очень раннем возрасте, как бы, ну, можно сломать игрока, что стартовал. Ну, вот у нас был, например, Корнеев, который рано очень начал играть, Радимов, который тоже в раннем возрасте. Ты в 18 лет, как бы, уже стал игроком основного состава. Вот сейчас, спустя много лет, ты как считаешь, может и, там, игрок 18-19 лет стартовать? Или его надо доводить, конечно, как-то до ума? Не, может, конечно, однозначно. Тимур, ты посмотри, что сейчас в Европе творится. Да, но понимаешь, мы, у нас 20 как-то... лет люди становятся чуть ли не лучшими футболистами. Ну, это знаешь, это же единицы, как бы все равно. Но с другой стороны, более возрастные футболисты, там, когда 27, 28, 29, это уже совсем другой класс, уже другой уровень игрока. В наше время всегда говорил, правильно ты говоришь, в наше время всегда говорили, в 27, с 26 ты все, это расцвет идет в футбол. Ну да, но потому что в твоем времени не было такой медицины, и, грубо говоря, в 30 уже очень многие заканчивали. Заканчивали, а кто-то и раньше заканчивал. А кто-то и раньше. В 30 там, уже вообще не... Да, кто-то кресты и все, конечно, и там конечно, мог конечно, все уже конечно, не вернуться обратно. Конечно, конечно. Сейчас-то медицина, видишь, такая, что там 32, 33, 34, там легко люди как играют. Там. Сейчас можно играть до 38, до 40 можно играть. Да. Если там травм серьезных не было, можно играть. Не-не-не, ну, я думаю, что ясно, что идет, как ты говоришь, и медицина, и восстановление, и вот эти вот все. Ну да, это да, помогает, все, да, да, помогает и сюда, и туда, и везде. Ну, не, в 20 лет... Ну, вот 87-й вообще. Год, возвращаемся, 87-й год, ты чемпион. Да. Но ты игрок пока еще не основного состава. Основного. Основного состава, поэтому я стал чемпионом, да. Не, ну там ты, может быть, на замену еще выходил. Не-не-не, я вот в Минске первый раз меня выпустили в основном составе, после этого я уже ни разу не выходил. Да? Да. До конца 87-го года я отыграл все игры и был признан лучшим молодым игроком Советского Союза. Ну, круто. Этого чемпионата, да. Про жесткость Бескова. Как вы это на себя ощущали? Вообще отлично. Ну, со мной никогда не было жесткости. Вас считали его любимчиком? Поэтому я никогда не ощущал жесткости с его стороны. Вообще никогда. Ни разу он на меня не повысил голос. То есть ты считаешь, что он просто тебя как бы опекал, потому что знал твою историю, и ты был очень талантливый, или ты не нарушал никакого режима никогда? Нет, я не нарушал, да, я не нарушал, потому что я не мог нарушать, потому что я был дисциплинирован. Другое дело, что я не знаю, что он может, понимаешь, Бесков чем отличался, да, так же, как и Романцев, да, потом, все же это знают. Да. Он мог найти вот из 50 человек, он мог одного или двух найти, которые потом станут, да, так же, как и история со мной. Ну, кто мог узнать, что я там в 17 лет меня возьмут в красную, а в 18 я уже буду в «Спартаке». Никто же не знал. Да, но они почему-то в меня поверили. Что-то увидели во мне, правильно? Поэтому я, когда Бесков говорили, что он жесткий, строгий еще, да, он такой по себе был, но в отношении меня ни разу, никогда. Хотя и в отношении других я тоже не видел. А, то есть ты не видел какого-то деспотичного характера? Нет, вообще не видел. Он мог... ты знаешь, все эти истории интересные в Тарасовке, когда да. мы в этой комнате, видеокомната, да, у нас да, была, да, да. когда мы все садились, и мы там разбор игр был, да, там по 2-3 часа сидели, да. То, что можно было разобрать за 5 минут, мы сидели по 2-3 часа, слушали, как тот ты мне отдал, я тебе, да, неправильно. Это да. Он мог повысить голос в споре с кем-то, с Ренатом. Трех футболистов, я помню, которые мог с ним... Ренат Атаулин? Нет, Досаев. А, Досаев. Ренат... Бубнов Саша и Вагиз. Вот трех человек я запомнил, которые могли с ним вот так поспорить. Ну, они тогда уже возрастные. Ну, они, конечно, постарше, то, конечно. Ну, грубо говоря, мне 18-19, а им уже по 27-28 было, да, там. Игроки сборной уже все. Ну, да-да-да, уже матерые. Ну, они поспорить могли, потому что Костадин Иванович, когда говорил, ты вот здесь, ты здесь, поворачивался, например, да, никто не мог, все сидели, я там на заднем сиденье сидел, прятался за спину кого-то там, еще кто-то, ну, кто помоложе. А Ренат мог, например, сказать, кстати, ну ваш, да не, ну как, ну здесь я бы, ну я не виноват или еще что-то. Он говорит, Ренат, ну вот так, вот такие споры были. Ну я вот то, что кто-то говорит, что там мог кричать, матерного слова я вообще ни разу не слышал. Вообще, не, по-моему, никогда не слышал. Что-то еще. Константин Иванович, да? Да, что-то еще. Вот, ну, говорили про жесткую дисциплину, что вот, например, когда сменился Бесков на Романцева, команда как будто выдохнула немножко. Я слышал это, да.
Но вы так не ощущали. Я не ощущал. Ну, я совсем молодой был. Слушай, я... ну, может быть, знаешь, вот эти ветераны... Там, ветераны, такие, может судя быть, судя по ощущали. Описанию ветеранов, кроме Бубнова, все остальные ветераны могли нарушать режим. Любили так чуть-чуть после победы. Ну, мне не сказал про режим, про нарушение. Не, ну, конечно, нарушали. Многие нарушали. Но ты-то не очень, да, Саня? Или ты тогда еще мог выпить чуть-чуть? Нет. Нет, да? Тимур, я... Нет, потому что вот эти там и Досаев мог там, да? Ну, ребят старше, конечно, могли. Ну, конечно, могли, да. Удивительно было то, что я же, когда из дубля меня перевели в основной состав, вот этот, в 87-м году, да, я же жил, дубль жил на втором этаже, а основной на третьем этаже в Тарасовке. И когда меня перевели и сказали, ты переходишь на третий этаж жить. А, это уже было. Ну, я уже королем внизу там ходил на втором этаже. То есть этаже. Уже там плевал, да, с третьего этажа на второй? Там, конечно, на балкон, и перевели к Ренату. А, к Ренату жить, с Досаевым, конечно. Да? Меня перевели, входишь в комнату, две комнаты. Ренат справа, я слева жил. Все. И я уже на второй смотрел, там, с балкона выходил и кричал там вниз, там, Шаля, что ты там делаешь? Хочешь, зайди на третий этаж. Слушай, а когда начались ваши вот эти знаменитые, которые теперь на всю страну знаменитые, вот эти ваши походы на дискотеку? Ух, тогда вот они и начались. Да? Да, то есть это еще конец 80-х, начало 90-х, да? Да, тогда они начались, да. Ну, тогда дискотек-то особенно не было. Ну, подожди, а я правда, что Шаля лучше всех танцевал? У нас появились просто деньги. Какие-то деньжата появились? 3 рубля, 5 рублей, да. Ну, а зарплата? Появилась зарплата? Сева очень любит, ему надо, Севе обязательно надо знать про деньги все. Зарплата появилась, я ее как бы отдавал. Что-то оставлял, что-то отдавал родителям. Но, честно сказать, не помню тогда, по-моему... Суммы не помнишь уже? По-моему, тогда ставки же были какой-то. Игрок основного состава, там, грубо говоря, 120 рублей. Хороший, чуть получше 100 там. Игрок, правильно, основного и сборной 140-160, как-то вот так в «Спартаке» было. Ну, как это бонус квартира? Родители получали 80 рублей, по-моему. 70-80. Я еще как бы хорошо получал. Ну да, судя по соотношению, 120, да. А вот эта история... который Шалимов рассказывал, когда вы уже начали там друг с другом батлиться, и он говорит, вот мы там гуляли в конце 80-х, мостовой уснул в машине, был пьяный, мы его там оставили. Да, была эта история, ну там мостовой уснул в машине, потому что я не хотел идти с ними. Они немножко просто недопонимают, что я в то время уже как бы понимал, что чем может это закончиться. Саня, но говорят, эта история закончилась плохо. Говорят, ты там простудился очень прилично. Да. Что-то еще потом болел как-то. Воспаление легких. Достаточно долго, да? Ну, они просто типа ушли и... Или как? Как было? Ну, мы подъехали к одному месту. Не помню, на чьей машине. Она тогда, по-моему, одна была вообще у кого-то. По-моему, у кого-то из наших друзей, наверное. Место очень известное было. Я не знаю, просто мне... Не, почему? Сань, ну прошло 30 лет больше. Ну, что, почему? В чем очень известное секрет? Место было в Москве. Это у дискотека Лисовского, да, вот, и тогда, или нет? Или не туда вы поехали? Нет, это такой клуб был. Ты должен знать, что за клуб. Ну, я и знал, ну, послушай, во-первых, я в Москву переехал в 91-м году, я не знаю, если мне скажут, такой клуб, я-то знал все клубы. Нет, если я название скажу, конечно, ты знаешь. Ну, я не буду его говорить. Ну, окей, хорошо, я не знаю, в чем секрет, но окей. Все футболисты того времени этот клуб знали. Ты тогда точно его знаешь. Не, ну, да знает он. Слушай, была дискотека у Лисовского, потом открылась Метелица, дискотека, и то, что такая была шумная. Это все потом, да, это все это было чуть, потом. Метелица это попозже, это 93-й год. Это раньше было. Короче, злачное место. Ну, да. Ну, для нас оно было хорошее. И для многих ребят из футбола и из хоккея. Ну вот мы подъехали просто туда, ребята были немножко уже так пиво, на веселье, да, и все. И я понял, что это просто так не закончится, и я притворился, что я лучше подожду вас, неплохо, я усну в машине. А это кто был в машине, Шали? Игорь был? Да, Игорь был. Колек был тогда тоже, или еще пока нет? Писарь был в этой... В компании, в этой банде? Вот не помню. Нас было, по-моему, трое или четверо. Я знаю двух, Игорь, и кто был еще. Вот я не помню, был Коля или нет. Короче, вы уснули, они закрыли машину, а выйти нельзя. Правильно? Ну, как-то так, да, получилось. Нет, выйти было можно, я просто уснул. Я просто уснул, и все. И когда они пришли, я уже замерз.
Ну, так неплохо подмерз. Шалимов говорит, что вы после этого год не играли. Ну, да. Полгода, по-моему, да? Ну, у меня потом, я не знаю, от этого случая или не от этого, просто у меня произошло воспаление легких потом. И меня экстренно положили в больницу. Экстренно. И прямо из Тарасовки меня увезли на скорой в больницу. Ну, я не помню, какой период был. После этого ли случая или там чуть-чуть? Ну да, или совпало. Да. Слушай, ну, Спартак, ты, получается, 87-й, 88-й. Ты когда уехал? В 90-м? Советский чемпионат Советского Союза. 91-й. Да, в 91-м мы все уехали, да. В 91-м, последний чемпионат СССР, когда был, да? Мы заняли второе место. ЦСКА первое, да. Мы заняли второе. Хотя два раза между собой мы их обыграли. Да? Две игры мы обыграли. В обоих матчах забил Александр Мостовой. Да ладно? Да. 1-0 и 2-1, да. Один из лучших голов со штрафного. Это еще тот чемпионат, когда был, по-моему, и Киев, и Тбилиси, Советский Союз, да, 91-й год. Последний. Там начали сниматься команды, помнишь, да, по-моему? Жальгирис начал сниматься. Почему-то не помню, кто же. Прибалты снялись, да? Начали сниматься по одной команде. Жальгирис начал сниматься. Нет, Жальгирис, по-моему, доиграл. Кто-то. Что-то начало происходить. Не помню, ты знаешь, не помню. Я тоже не помню. Столько лет уже прошло, но не помню. Вы должны были ехать в Леверкузен? Да, я был там уже, да. Ехать. Но это просто невообразимая история для нынешнего времени, потому что вы, по сути, туда приехали, уже договорились. Да. А потом просто... Даже деньги увидел. Да? Подожди, а кто тебя повез, Сань, туда? Кто повез тебя? Блин. Не помнишь уже? Помню, конечно, помню. А кто это? Это Исауленко? Или еще пока его не было? Был Гриша, да. Был Гриша, да? Григорий, да. Потому что тогда же еще там агентов-то не было такого института агентов. Не было агентов там... никого. Григорий был тогда одним из другов Романцева. Друзей, да. Да. И когда это получилось, мы же тогда, помнишь, в 90-м году хорошо играли в Кубке чемпионов. Да. Обыграли этих. И сюда, в Москву, приезжали все представители одной команды, второй, третий. И к нам все время кто-то подходил, все время на протяжении всех. Саша, мы тебя заберем туда, мы тебя, Игорь, мы тебя возьмем туда, ну, там, трех-четырех, там, Васю, там, еще, и все. И в какой-то момент, после какой-то игры здесь, в Лужниках, мне сказали, что приехали представители Леверкузенского Байера и хотят тебя забрать. Ну, забрать, так сказали. Ну, да. Слушай, а как это, расскажи, как это сорвалось, почему сорвалось? Не, вы приезжаете в Леверкузен. Это вообще деревня. Ну, так тоже, откровенно говоря, это прям деревня. Я многого не знал. Честно сказать, мне Германия всегда нравилась. Мы же часто в Германию ездили на эти турниры. Ты застал тогда? Помнишь, что такое одно было время, когда зимой всегда ездили на мини-футбольный турнир? Романцев любил туда возить команду. Ну, конечно, мы же всегда ездили. Поэтому мне Германия очень нравится. Во-первых, можно было хорошую одежду купить. Ну, да. Модную, хорошую всегда. А ты уже тогда стал модным? Да? Ну, мы тогда как раз и стали модниками, да. Когда мы уезжали, мы ждали этих турниров, блин, ты не представляешь, как мы их ждали. Чтобы в Германию поехать. Там, наверное, и платили неплохо, да? Конечно, потому что мы знали, что по-любому мы из четырех турниров три мы выиграем, по-любому, а в четвертом займем, второе место, по-любому. Мы знали, что мы по-любому там. Поэтому деньги эти премиальные за турниры нам там марками этими немецкими нам платили. Мы знали, что все. Мы так и жили. Мы прилетали, первое, что мы делали в гостиницу, мы сразу бежали в магазины, которые рядом были. Угу. Смотрели, какие одежды, как что, потому что после завтрашнего турнира уже будут денежки какие-то. Мы пойдем, короче, ты в Германию, купим. В принципе, ехал с удовольствием, когда ты услышал. Я ехал с удовольствием. Мне Германия всегда, в то время мне нравилось, как там было все чисто, красиво, культурно. Как вот любит твой бывший друг Николай Николаевич Писарев, говорит, был там продовольственный рай. Ну да. В этом плане мне не нравились люди. Потребительский рай. Откуда он это слово взял? Мне не нравились люди, мне не нравилась история. Это я никогда. Я всегда был... Ну, языка ты тогда еще, конечно, никакого не знал. Конечно. Язык это был вообще для меня самый противный. Что значит не нравились люди? Вы как-то вот... Ну, история. Ну, то есть вы в тот момент Германия это ощущали, и да? Советский... Я ощущал, конечно, я же в школе учился, я же все знал, всю нашу, кто на нас напал, да, кого мы победили. То есть, несмотря на то, что... Я никогда не любил Германию. Прошло много-много лет, у вас все равно это как-то... Все это у меня было. Я заходил в магазин, я покупал вещи, но я никогда... Тем, кто мне продавал, я никогда даже руки не подавал там или еще что-то. У меня это все было внутри. Поэтому... Ну, расскажи, как сорвался Байер. Ну, приехали в Леверкузен, прилетели с Григорием, и все. Я начал тренироваться. А, то есть ты уже с немцами тренировался даже? Да, и мы поселились в гостинице, я начал тренироваться, ездить на тренировки два раза в день. Там у них команда, кстати, тогда очень сильная была.
Помнишь, был нападающий, все очень в сборной Германии играл Олаф Кирстен, да, Кирстен? Ну, наверное, может быть. Вот он был, да, он нападающий, потому что меня-то планировали под нападающим, и как раз мы там вот так вот. Скажи, а ты подожди, на секунду откатимся до 90-го, в 90-й год. Ты сборную еще не вызывался пока? Вызывался уже, да. Сборную СССР, ты, да. Ты был в сборной СССР, уже, да? То есть ты уже как бы в качестве звезды туда ехал? Да, уже сборная. Мы уже стали чемпионами Европы за молодежной, да. Ага. Уже в сборную вызывались, в Олимпийскую вызывались уже, в которую в итоге мы не попали, Колыванов, а Мостовой, нас не взяли в 88-м году. То, что нас не взяли, слишком молодые были. Поэтому я в качестве уже туда... Ну, как бы статус там уже игрока приехал. Ну, Тимыч, 90... Ну да, это 92-й год получается. Конечно, да? Ничего себе. Но вы приезжаете в Леверкузен, вы там тренируетесь, но вы, по сути, уже почти игрок этой команды. Да. А как вот это все может сорваться? Расскажите, потому что сейчас это невообразимо, если ты уже вот потренировался, там деньги увидел, все, ты уже, по сути, футболист, ну, то есть контрактные какие-то обязательства, тогда же этого не было, да? Я тренировался, они решали вопросы вот эти вот свои. Ну, клуб-клуб свои. Клуб-клуб, да, потому что Григорий был представитель от «Спартака». Ну, в период того, как я находился там, мне постоянно в номер звонили наши ребята. Который Вася... А кто-то уже уехал из России? Вася и Серега Юран. Они уже поехали в Бенфику, да? Да, они уже там были. И мы постоянно были на связи. Ага. Они меня туда звали, в Лиссабон, к ним. А-а-а. Там как раз-то всем известный Пауло Барбоза был переводчиком. В Бенфике того времени, да? Того времени, который со мной выходил тоже на связь всегда. И мы постоянно... И у меня было вот это... смятение, или здесь в Германии оставаться, или а к ребятам. А в Германии получается как бы один. Один. Русский и, один, да? Да, потому что я понимал, что сейчас уеду, и все, я здесь один. Ни языка, ни ничего. Блин. Ну, Леверкузен вообще перспективная история, потому что то время же они там через несколько лет в Лиге чемпионов гремели. Не, ну это да, крутая команда, конечно, была. Конечно, крутая команда была. Это все было. Дортмунд рядом. Мы как раз за это Дюссельдорф, время... Да, за эти две недели, я, по-моему, там на три игры мы еще съездили. Туда-сюда. Все рядом там было, да. Ты не поверишь, мне через неделю машину дали. В общей сложности, по-моему, 10 дней там побыл, да? Они хотели на меня посмотреть. Я должен был посмотреть, присмотреться. Да, как чего, как что. Дали машину мне, чтобы я из отеля ездил на тренировки на машине. Представляешь? Угу. Мне уже, по-моему, аудио дали. Там. Я говорю, зачем мне машину? Вы, ребят, вы что? У меня «Жигули» есть, в Москве стоит. Они мне дали. Я на тренировки уже ездил на машине. Ну, короче, вы улетели, чтобы, наверное, что... Какие-то последние детали, да, уладить или как? Да, как последние детали. Подписать контракт, забрать, как они назывались, подъемные, да. Или как они тогда назывались, подъемные. Ну да, да. Ну, подъемные, а, и все. А, и вы, ну, а в этот момент я постоянно... Несоизмеримые деньги были с Россией? Ну, конечно, Тимур, ну, я в «Спартаке» получал 160-180 рублей. Ну, а может быть, там какой-то... А мне на стол положили 30 тысяч марок. А квартиру какую-то тебе в «Спартаке» ничего тогда не дали за... Дали, успел я получить. Успел получить? Сокольников, да, Сокольников построил. Ну, это в «Спартаковском доме» знаменитом, да, который там есть, Сокольников? Нет, он есть, нам дали в новом такой, новый дом построился, метро, вот здесь «Спартаковский» знаменитый. Ага. И так в то время построили, строили, мы прямо ездили и смотрели. Ну, Сокольников, мы же уезжали, мы все время смотрели, я говорю, на каком же этаже я буду жить-то? Уже знал, что там будет квартира, ну, да? Ну да, потому что нам сказали, вот этот дом, когда построят его, вы получите квартиру. Шалимов, Мостовой и кто-то еще. Mm-hmm. Нам по одной комнате нам дали. Я успел ее получить на 9-м этаже. Шаля, по-моему, на 6-м, я на 9-м, как-то так было, да. Успел я получить. Как вы сбежали из Леверкузена? Вот, разговор был о том, что я, ребята меня хотели туда, и я хотел к ним. Я говорю, ну как, блин, море, солнце. Да. А они тебе там рассказывали сказки, да? Да, да, все здорово. А здесь, я думаю, блин, хмуро, все серо. Немцы эти, арбайтен, айнсвайн, драйн, вот это, знаешь, все как-то меня, ну, вообще. И все. Ну, я вот этот период не буду рассказывать, когда я пришел подписывать контракт. В Германии? Да, на стадионе президент сидел там, ну, человек и три президента, и вот похоже такая была, кабинет такой, как мы сейчас сидим, да. Гриша, я, и подписать нужно было контракт. И ты сказал, не хочу? Да. И я сказал, блин, мне сказали, Саша, выйди, ну, мы сейчас решим все.
Ну, Тимур, я, честно сказать, я вспоминаю, знаешь, что я вспоминаю? Когда показали... Разнервничался? Да, вот этот мешок, да. Это тебе деньги. Сейчас мы знаем, что ты улетаешь сейчас в Москву. Угу. Ну, там через 2 недели ты должен прилететь, и мы летим на зимний куда-то... Сбор. Сборы куда-то, да. Вот тебе вот это вот, и ты должен прилететь в Москву, купить себе все, что хочешь, и все. Ну да, ну квартиру можно было купить, наверное, да, в то время, да? Ну, конечно, не одну. Я говорю, нет, я деньги брать не буду, я очень не знаю, что делать. И мне Гриша говорит, Саш, выйди, мы сейчас все решим. Угу. Все, я вышел. И все, и улетели в Москву? И улетели в Москву, да. Почему не решили? Ну, вот я говорю, сомневался. Ну, я к тому, что они же там остались, пытались как-то договориться. Вот дальше я ничего не знал. Где вот деньги были, где что, договорились, не договорились. А потом произошло то, что я сбежал. Я сбежал. Мы с Спартаком уехали на турнир в Германию, ага. Из которой я должен был поехать в Леверкузен. Ну, наш друг общий... Николай Николаевич. Который помог мне, да. Посадил тебя зайцем в самолет, да? Который сейчас, это тоже себе представить сейчас невозможно. А это без визы, да? Без визы, без всего. Это что-то, я говорю, когда я вспоминаю, я детально не могу вспомнить и не могу понять, как это произошло. Но сейчас это невозможно представить. Мы играем турнир, команда играет турнир, мини-турнир, не помню в каком городе, да. Заканчивается турнир. Я еду в отель с командой, беру сумку, ага. Писарь Николай ждет меня на машинке, я сажусь к нему, и мы едем в аэропорт. Обалдеть. Никому ничего не говоря. То есть ты никому не сказал, никому там, ни Олег Ивановичу, никому? Никому ничего не говоря, я сажусь и едем в аэропорт. В аэропорту, не знаю, как меня пропускают, как меня сажают, но и как правда, я улетаю. Фантастика. И потом какая-то. Все начинают искать меня. А ты уже в солнечной Португалии, а да? Я в Португалии уже сижу. Слушай, да. Ну а какая, какая реакция была у Спартака? Ну вот потом все это началось, наверное. Я уже не знал, какая там реакция. Ну, я знаю, что потом слушай, ну это 90-е годы. Там тебе не звонили, не угрожали, звонили, не конечно. Пугали. Все угрожали, это было, конечно, все, было, да? Все это было. Потом все началось. То есть когда там преследование какое-то, да? Да, когда я уже жил в Португалии, в Лиссабоне, вот все это началось. Слушай, а я не помню. Прилетали туда. Да? Ну, конечно, прилетели. Слушай, Саня, а там же все равно какое-то нужно было открепительное письмо от РФС получить, как бы тогда, или как он тогда еще назывался? Я вообще этого не знал, понимаешь, да, 21 ну, да. год, мне как письмо, не письмо. Просто все началось там уже, когда туда все прилетели, и там начали разборки. Я говорю, меня не трогайте только, оставьте, я уже здесь. Не то трогайте. Есть ты сказал, я хочу быть здесь договариваться. Я хочу быть, да, договаривайтесь. А по бабкам, Бенфика тебе давала столько же, сколько и Ливеркузен? Там в немецких марках было. А там, наверное, еще пока это же не еще песо какие-то были, это же не Евросоюз. Искуды. Искуды. В Португалии искуды, ага. В Германии, ну, франки, ну, да, да. Не, марки. Да, марки. Тимур, вот чем мы отличались того времени, то, что мы о деньгах вообще не думали. Вот для меня, что там 300 тысяч, что 400, ну, то есть для тебя было одинаково. Важно, что в команде был Барсик, да, был, и Вася, и Вася, да, с которым ты вырос, да, фактически, да? Да, да. То есть там все... Мне все равно было, что деньги, не деньги, контракт, не контракт. Ясно, что я потом приехал, подписал какой-то контракт, сумму я помню приблизительно. Мы все переводили на доллары. Я uh-huh. эту сумму помню, которую я подписал. Правда, долго потом я еще ее не мог получить, потому что в Португалии я столкнулся с тем, что с чем бы в Германии я не столкнулся, потому что слова вот эти вот завтра, да. Это, ну, южане. Там, да, там все вот это, дадим тебе, не дадим. Вот это я с этим столкнулся, я первый год там намучился прилично. Помимо того, что я играть еще не имел права. Ну вот это ты рассказываешь, да, ты же не мог играть там. Не мог, да, там же, как оказалось. Там же лишний легионер, да, как-то ты был? Ну я и лишний, и плюс документы мне из Спартака не никто не давали. Там пока эти разборки происходили все. Я говорю, меня только не трогайте, не... Ну да, то есть ты только потом тренировал... Потом в Москве у меня машина украли. Пропала, да, которая у меня была. Как я потом, ну, не узнал, я догадался, что просто мне ее забрали. Не совпадение. Нет, не совпадение, да. Не совпадение, да. И все. Ну, слушай, ну это вообще как бы, да, сейчас это сложно понять, как это происходило. Да нет, это просто невозможно даже там по регламенту. Да, даже сейчас и по регламенту такое. Потом я тебе скажу еще, забегая вперед, потом в 95-м у меня машину хотели тоже... В Москве тоже? Тоже, да, хотели забрать.
Ну, угнали, там, да. Там просто батя... Вот первый раз угнали, по сути? Первый раз просто забрали и все. Ну, угнали. Ну, не знаю, забрали. Есть, да, ну, я ее не видел больше. Фанатика. Она стояла, потом я ее просто приехал и не да, видел. Да, но не то, что там кто-то сказали, приехал и сказал, что, да. что ты нам должен, мы у тебя машину забираем. Не так же было? Ну, можно сказать так. А, вот так прям, да? Ну, то да, есть, просто... Ну, кто мне сказал, что мы заберем машину и все? И когда я там вернулся, ее просто не было. Я ну, я не надо. Стал, я не я стал... Я говорил, что надо Netflix снимать сериал. А второй раз? Я просто не стал говорить, что, ну, отдайте мне ее. Ну, да. Я понимал, что если я это скажу, меня заберут. Ну да, тогда шумные времена были, конечно, да, такие. А второй раз? А второй раз это было в 90... Это я во Францию переходил. В Каен? Да. Нет, в Страсбур уже. Страсбур? Да. Тоже машина подверглась... Потому что эта история еще длилась. Ну, да что? Ладно? Да, она то еще длилась. То есть это история та же, которая началась там в 92-м да, до 95-го года да, шла? Да, она еще ну, длилась. А как вы тогда я, потому что я же в Страсбург тоже переходился с... непросто. Непросто? Непросто, да. Давай вот эту бандитскую тему походу. Не-не, я просто хочу вот эту историю, вот вы говорите, что второй раз машину удалось спасти. Не удалось тоже. А, тоже не тоже удалось? Тоже не удалось, да. Понял. Ну, Бенфику... Просто там был батя и... Ну, да, так... Немножко, ага. Вот так. Пострадал? Ну, нет, не совсем. Батя не мог у меня пострадать. Он давал отпор всем. Да? Да, он такой у меня. Боевой? Который мог еще сам. Слушай, сам. Ну, в Бенфике вот этот... Ну, сейчас ты вспоминаешь, что карьера Бенфики так себе, да? Не задалась ужасно, она. Ужасно, ужасно. Там у вас потому еще вот первый... как раз из-за этой истории с легионером был фиктивный брак, да? Нет, он был обычный брак. Нет, там все сложилось изначально, ну, не так, как должно было быть ну, у да. нормального, да, у нормального футболиста. Ну да, то есть все пошло. Пока год разбирались в течение года, пока документы, пока деньги. Бенфика в конечном итоге заплатил. Я, кстати, на тот момент оказался самым дорогим футболистом в нашей стране. Да? Да. А, то есть они заплатили Спартаку, заплатили, да? Заплатили, по-моему, $1 миллион. Ну, то есть они тебя, они тебя щупали, ты тренировался, то есть они видели, за кого они платят? Конечно, конечно, конечно. Они щупали, я тренировался, я делал, потом меня заявили, когда меня заявили, я стал играть, угу. И все пошло. Правда, потом произошло то, что Свен-Горан Эриксон ушел, его куда-то купили, в Италию, да, помнишь? Да? Да, в Италию или в Англию, и все. И вот здесь немножко... Потому что он хотел, чтобы я оказался там. Эриксон тебя хотел? Да, да. Он ушел, пришел другой, пришел этот. Вот а ты язык подучил уже, да, к тому? Ну, язык мы начали уже, начали. Хочешь, не хочешь, Пауло Барбоза же с нами был. Ну да, а он же русский, да, знал? А он же русский знал, так как мы его сейчас знаем. Он тогда уже знал русский. По-русски хорошо очень говорил? Очень здорово, здорово. То есть он здорово. Как бы там вам... А в Португалии... Он жил с нами. Был еще в Португалии, кроме вас троих? Ну, вообще других тогда португальцев? Тогда история же была, на наших глазах произошло, когда Серега Щербаков... А, разбился, в Спортинге? Разбился, да. Да, это он тогда в Спортинге был, да? Да, его тогда купили тоже в Спортинг, да, к Кропсону, да, и это все произошло на наших глазах, да. В каком плане? То есть вы просто... Я это не видел, видел после ужина, ну, мы видели все это, грубо говоря. То есть когда он разбился, вы были где-то рядом? Мы были рядом, да, ну, не то, что рядом, не ехали рядом, ну, да, да. Просто были рядом, потому что когда это произошло, уже на следующее утро мы были в больнице все. Ну да, это трагичная история. Просто мы знали все, мы же там как бы все общались. Ну, конечно, в одном Лиссабоне там что-то. Например, они были на ужине, да, Серега был, говорит, мы на ужин, там встретимся сейчас через час, например. Угу. И когда новости выходят, мы сидим, ждем, например, а говорят, что разбился. Слушай, ну Бенфика тогда была какого статуса команда? Как сейчас тоже? Первое-второе место спорту? Ну, конечно, ты что. Так же, так же, конечно. Да, так же. Так это еще и перевысило мой выбор. А, то, что они... Ну, Бенфика тогда была, ну, уровень... Лиги чемпионов команды? Ну, конечно. Ну, Эусебио, ну, да. Была... Леверкузен был обычной командой для меня, как бы для меня ну, потому тогда, что, да, да, и она не на слуху а так А Бенфика была. Это было как Реал Мадрид, например. Ну, да. Вы говорили, что хуже коллективов, чем в той Бенфике, не видели. Ну, да. Все держались да, группками? Да. Все да, 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 да. Все, а тогда наверное, иностранцев было иностранцев много, иностранцев да? очень много было, 3 шведа. Почему там? 12 иностранцев было, 10-12. А играть могли 3, да. Да ладно? Да, ну, конечно, 3. Правило было 3, а их там было 10 или 12. 3 шведа, там, я не знаю, бразильцы тогда считались, не считались, по-моему, тоже считались. И тогда Плеяда, конечно, все начиналось. Самая сильная команда, вот Португалии, там же все... Мы же попали как раз на период, когда вот Руй Кошта, Пауло Соза, угу. Жоу Пинту. Это они все с тобой играли? Конечно, они все в этой команде были, можешь представить? Ну да, там конкуренция команда. Была вообще просто... Сумасшедшая команда. Стефан Шварц, Йонас Терн, Магнусон, три игрока сборной Швеции. Там же Эриксон же был тренер. Ну да.
эти трое на подходе, чемпионы Европы, молодежки, вот эти, которые я назвал, португальцы, и плюс несколько футболистов сборной, Мозер, защитник сборной Бразилии, Изаеш сборной Бразилии, там команда была сумасшедшая. Ну да. Пять игроков или шесть сборной Португалии, там, Панейра, это, уф. Там одно удовольствие было. Другое дело, что коллектив такой был. Мы же приехали из откуда? Из Советского Союза. Да, поэтому, конечно, нас там особенно не любили. Ну, по-моему, Вася в основе играл, да? Нет, больше всех играл Серега. Да? Да, Серега больше всех. Но вы говорите, играл. Что не любили это. Почему? И в чем это проявлялось вот тогда? Ну, на тренировках зарубы происходили. Да ладно, были драки даже? Были драки, да, на тренировках, да. Именно типа, что вы из Советского Союза? Да ну, вот как-то нас, я не знаю почему. Вот нас вот хотели там в подкате прыгнет кто-нибудь сзади. Понимаешь, ты обыгрываешь, а он тебя сзади просто бьет по ногам. Ты говоришь, ты что делаешь-то? Он говорит, а что ты там? И ты начинаешь там это, ну, чуть ли не на кулаках. Слушай, ну круто. Не, ну круто, да, это круто, но слушай. Очень круто. Ты знаешь, что было, меня раз удивило? Я сейчас к фамилиям, которые вспоминаю, там был момент, я жил недалеко от стадио Далуш, да, новый сейчас, который, да, я жил недалеко. Да, ребята жили недалеко, это потом они немножко переехали подальше. А я все время здесь, потому что я один был, Серега с женой, Вася с женой, у них, по-моему, у Васи даже дочка уже была, да. А я один здесь и жил недалеко. Я пешком шел. Ну, или на машине, или пешком. И один раз на какую-то тренировку приезжаю, еду на тренировку и вижу толпы народу. Толпы народу. Я думаю, что такое? Может, игра какая? Может, я опоздал или перепутал? Думаю, игра. Оказывается, это приехал к нам Пауло Футре. Он же в Атлетико Мадрид был, да. Пауло Футре заключает контракт на полгода, да, в аренду, да. Все, что толп там на тренировке был 10 000, наверное. Ну, послушай, ну да, но он такой статус-то был на подаче. Ну, конечно, что я просто до сих пор помню Пауло, он зашел в раздевалку, там все, и кошмар. Ты, когда появилось другое предложение, ты легко уходил из Бенфики. Ну, аренда была во Франции. Очень, я не то, что легко, я бежал оттуда, я хотел убежать, я хотел играть просто. Ты во Францию, уехал, да? Да, Пауло Барбоза начал искать все варианты. Я говорю, Пауло, ищи все, что хочешь. Я не могу сидеть уже здесь в запасе, я не могу просто. Я хочу куда-нибудь. Мне первый вариант, какой попадется, я уеду, все. В речи возвращения в Россию вообще не стояло? Нет, вообще не стоял. Вообще. То есть вообще. Только обязательно Европа? Вообще. Ну, представляешь, после того, что я за эти 2 года натерпелся, какую Россию? Ну да, и... Со всеми. Я еще не знал, смогу ли я приехать в Россию. А, ну да, да, это все же еще история. Вы тогда не ездили особо в Россию? Только в сборную. Только в сборную. Ну, в сборную прилетаешь, тебя там, грубо говоря, встретили, отвезли на базу и улетел. Или в сборную, когда мы играли где-то в Европе, да? И все. Я только в летом я приезжал в отпуск, да. Но вы чувствовали себя безопасно? Вот эти первые несколько лет? После его ухода из «Спартака»? Ну, я, наверное, знаешь, почему чувствую? Потому что я молодой был. Просто безбашенный. Да, в молодости, ну что тебе там, 22-23 года, ну подумаешь, кто-то там подойдет тебе, ударит, или ты там ответишь, и все. Вот так, как воспринимал все вот так. Потом у вас Франция начинает. Да. Ну да, потом переход во Францию. Подожди, а ты женился в Португалии? Ты женился в Португалии? Да. Она португалка, да? Да, да. А потом же у тебя... Потом развелись. И потом ты во Франции, когда ты приехал, и уже там потом свою французскую жену встретил, да? Да, да. Ну и что там я... Мы жили, у нас родились дети, и все, мы жили, мы неофициально. Неофициально? Нет. Слушай, Саня, и что, первый год аренда Кан? Ну, все здорово, шикарно это... просто. Да? Просто шикарно, просто. Это все шикарно, это, я говорю, Пауло предложил вариант, ну не то, что предложил, он как у нас был переводчиком, и плюс он в клубе стал как бы работать, да, и он говорит, что есть вариант такой, во Францию надо слетать тебя хотят посмотреть в тренировочной игре в среду. Да. Я говорю, лечу куда угодно. Я полетел. В среду я выхожу на эту игру, забиваю там несколько мячей, с кем-то играли,
И этот тренер говорит: да елки-палки, ты у нас в субботу должен быть на игре, уже играть. Я говорю: ну это не от меня зависит, это от, договаривайтесь с Бенфикой, и все, я с удовольствием останусь. Я увидел, что, оказывается, можно играть в футбол. Слушай, а что это там во Франции было, по-моему, тогда это чемпионат Франции, я уже не помню. Чемпионат Франции, по-моему, тогда не был такой топовый. Ну, я не знаю, был ли он, и не был топовый, да. Мне на тот момент вообще было все равно. Ну, Кан тогда, ну, вы им помогли остаться в Брюгге. Да, конечно, конечно. Я пришел, потому что команда была у нас... Вылетала. На этом месте, на моем, под нападающим, основной игрок у них, капитан, получил серьезную травму кресты. Угу. И они срочно искали кого-то, срочно. И так подвернулось, что я пришел, и сразу, как бы, все. И все. То есть во Францию тебе зашло? Все, сразу зашло, я вышел. Они договорились, успели, что я в воскресенье или в субботу играл уже игру. Играл игру, и в это, я не помню, по-моему, даже в этой игре, по-моему, сразу гол забил. Вот я не помню. На этом стадионе, новый стадион, как раз сборная России играла. Игру со сборной Франции, открытие стадиона, где Кан. Первая игра официальная была, сборная России, сборная Франции. И потом я вот оказался на этом стадионе. Да. И тут пошло все сразу в гору. Сколько ты там отыграл? Год? Полгода. Полгода. А, я в аренде полгода. С тренером, да. Кана ушли в страну. Да, тренер Жан Дипю был такой, француз. Ты язык выучил, да? Швейцарский. Чуть-чуть. Ну, я, да, язык уже начал учить там, да, там мне дали преподавательницу. Ничего, а Страсбург, ничего, подожди, а Страсбург тебя выкупил в Бенфике? Получается, что тренер, который за 4 тура до конца, он мне говорит, я подписал контракт... Страсбург. Да. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Я говорю, пожалуйста, Бенфика, я с удовольствием. Только не возвращаться. Да, только не возвращаться, пожалуйста. И тут вот это вот разборки начались опять. И все, я оказался через там. Потом Страсбург. Со Страсбургом я подписал, по-моему, на 4 года. Угу. А ты играл сколько, Сань? 2 года. 2, да. И Сельта? Да, все, и я оказался в Испанию опять. Не опять, я Испанию. А первый раз? Да. Впервые, да. Но надолго уже. Так что уже надолго, да. Ну, в Страсбурге я бы с удовольствием остался на больше еще. Да? Почему? Да. Хороший мне город? Мне очень нравилось, да, очень нравилось. Но Сельта? Все нравилось. Сельта? Все нравилось. Ну, во-первых, я там и... Ну, и играл там, и да? И играл, и лучшим был, и все, и вообще просто. И город, и стадион, и болельщики, и просто сумасшествие. Мне очень нравилось. Плюс у меня сын родился там. Во Франции сын родился? Да. Саша, да. Что? Сельта – это прям совсем маленький город. А вот ты был в Сельте? Я вот не был. Ты знаешь, сумасшедший город. Ты знаешь, я... Знаешь, почему Сельта сумасшедший город? Я сейчас... Да. Потому что это как мой Сухуми. Это город на берегу моря. Там очень чистый город. Там, я не знаю, там такая центральная порт, там все. Но там это не деревня. Я сейчас просто, смотри, вчера сидел с друзьями, и мы что-то, вот слово за слово, да, ты что-то про Францию там разговорились. И про Тулузу. Товарищ спросил, был ли я в Тулузе. Я говорю, ну против Тулузы я играл, да, во Франции. Я говорю, дай-ка посмотрю, какое население Тулузы. Я смотрю, Тулуза – это после Парижа, Лиона и Марселя четвертый город во Франции. 400 тысяч населения. Ну да, там вообще... Европа, мы по Москве все меряем. Ну, я это давно уже по Москве. В Испании город 500 тысяч, 400 тысяч – это большие города. А как раз-то наш город был 400 с чем-то тысяч, понимаешь? Сельта. Вигу, 400, да. Поэтому это для Испании, для Франции – это хорошие города. Ну, если Мадрид – 3 миллиона. Ну да. Понимаешь, у нас миллионников, поэтому по Москве или по России мерить невозможно. Европа – это другое. Но... Европа, ты можешь жить в городе с населением 300 тысяч и иметь все что лучше, все, что надо. Да, все, что надо. И никто не будет там, знаешь... Нет, ну к тому, что я говорю, что Виго, это, ну как бы, это же, знаешь, это город же, который на берегу. Все равно это уже круче, чем, допустим, если он был, может быть, там внутри где-то, внутри страны, как Малага. Ну, хотя Малага, не, Малага тоже. Малага там хотя бы Марбелия близко, там что там, 100 километров, там море, 90 километров близко. Севилья, например, да? Ну, там очень красиво. Да, но в Севилье моря нету. Ну, моря нету, да, но жарко. Понимаешь, страшно. Жарко, блин, не знаю, я вот когда в Севилью приезжал, я был еще в декабре, и то есть ты находишься, допустим, в Мадриде в декабре, и там прям европейская осень такая, хмурость, ну, да, такой. Да. И вот ты приезжаешь на поезде там через гору, попадаешь в Севилью, а там, ну, прям лето, круглый год, у тебя апельсины на деревьях, это прям впечатляет.
Не, я по масштабам говорю, что я... Морепродукты Виго были сумасшедшие. Да, морское, да, мне сразу сказали. Еще да, бесплатно. Все было. Да, не, ну бесплатно много. Потом было понятно, но там оно и так, оно даже платно там не очень дорого стоило. Там утром на рынок придешь, и прямо то, что рыбаки ловят, прямо сразу тут же продают бокальчик вина. По масштабам просто, я говорю, по масштабам. Европейские города, кто жил, как я в Европе много-много лет, я знаю, что такое. Я помню, Виго была очень хорошая дискотека. Саша нам показал ее. Прям хорошая была дискотека. Ты зачем туда приезжал? Просто... Нет, я же туда приехал уговорить Саню, чтобы он поехал как гарантом, что мы Оленичева забираем. Да. Расскажите. Ну, мы же к Сашке приехали с писарем. Так. Мы говорим, Сань, давай, садись в машину, поехали в Порту. А это очень близко, да, Сань? Ну что-то там, ну, я не знаю, ну, пару часов. Пару там, часов да. На машине, да. Притом, да, это там как-то там есть граница, как-то переезжаешь. Да, потому, да. Что, ну, еще открыто, тогда еще открыто и видно было, знаешь, вот где Испания и Португалия, прям видно. Mm-hmm. И мы приехали, как ни в чем не бывало. Я говорю, а Саня говорит, слушай, я больше, чем 2 дня, я не могу. У меня там, ну, я могу там пропустить свой выходной, с вами поеду, а мы там что-то игру да. подождали, и потом его mm-hmm. забрали. И мы там поиграем в теннис, и во время тенниса будем с ним беседовать. Как его в Москву возвращать. Ну да, да, да. Ну, Сашка там авторитет был, он уже постарше, чем Дима был. И мы говорим, поехали, будешь нашим гарантом. Да. Потащили его туда. Не, в теннис точно, я помню, мы поиграли в теннис. Ну, соответственно, мы выиграли, Тимыч, ты же помнишь. Ну, понятно, ты проиграл теннис хорошо. Ну да, я хорошо, просто большой теннис играл, поэтому... Да, потом поехали. Я до сих пор помню, мы поехали в Порто. И вот в каком-то ресторане вот мы сидели. В Порто мы сидели в каком-то ресторане, там какой-то нам, я не знаю, какой-то тоже рыбный какой-то. Да, рыбный, да. Нас рыбный. Этот повез, Янкаускас. Да, 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 хороший рыбный ресторан. И там вот все, вы там все договаривались. Вы как-то поспособствовали? Ну, способствовал, как что мог, я не, ну он как сказал, он сказал, надо им доверять, потому что... Да, там, потому что олень же не знал. Не знал, вас, меня да, вообще не знал да, олень. Да, а, да. Ну, с писарем-то они были знакомы, но не так, а с Сашей да, там да, близко. Со мной, да, они близко, там, да. Поэтому, да. И вот так, у нас был лишь гарант финансовый, но не финансовый, а такой, что он там хотя бы задумался. Потому что, вы процент хоть дали? Не, ничего не дали. Ничего. Я еще раз возвращаюсь, для меня деньги были вообще просто как... А я, кстати, не знаю, как закончилось-то потом у вас. Все, мы его повезли... Ты уехал в ночь. Да. Мы всю ночь еще потребляя алкогольные напитки. Хорошее вино в Португалии. Да, нет, мы пиво. Но олень же пьет только пиво. И мы утром поехали на Драгао. На тренировку его ждать, на тренировку вот такие, после там тяжелейшем состоянии с Колей в машине. Он говорит, я пойду Жозе. Жозе Мауринью. Да, Мауринь, пойду да. Жозе, скажу, что, наверное, ну как он смотрит там. Мы же думали даже какие-то деньги им платить. Угу. Но Жозе тогда по-мужски. Я всегда говорю, что я не знаю. Я это лично его никогда в жизни не видел. Угу. Просто вышел оленя, он ему сказал. Это ровно за неделю до финала, или 2 недели до финала Лиги Чемпионов. Конечно, я почему он ему говорит, да. Если мы выиграем Лигу Чемпионов, и ты хочешь возвращаться в Россию, я тебе дарю. Ну, да. В смысле, хочешь езжай, езжай я тебя да. свободным агентом да. отпущу. Не надо никаких денег. И они, ну, все дальше знаешь, историю знают. Еще была, когда Дима говорит. Забил гол в финале. Да, но ты знаешь, что за несколько дней до этого он приехал ко мне в Вигу. Мы еще были, по-моему, ты улетел, а Коля еще остался. Коля еще оставался неделю, и да. мы еще, да, поэтому я говорю, он за 3 дня до этого, он не знал, что он еще полетит на этот финал. Да, да, да. Он, понимаешь, да, там история была. Еще не знал, что полетит на этот финал, да. И у нас еще они там до сих пор курулесили немножечко. Перед финалом, по сути. Да, перед финалом. Потом он уехал себе в Порто и нам позвонил и сказал, все, мы едем на финал, все, давайте, мы увидимся уже. Ну да, все, да. Потом мы сидим и смотрим, и он еще выходит на замену. Ну и на замену и гол забивает, вы да. Вы были на том матче, да? Не, мы по телевизору, я в Испании сидели, смотрели, да. Просто 3 дня до этого он был с нами. Но я еще говорил про Сельту там, в контексте инфраструктуры, потому что да, это же был прям кошмар, совсем это плохо. Был кошмар, да. Это возвращаясь к тому, о чем мы говорили много-много раз, я говорил раньше, да. Когда я с этим столкнулся, я, конечно, был в ужасе. В ужасе. То есть... что там был стадион такой, да, плохенький? Нет, стадион, он как и был старый, он так и есть, да, такой похож был на наш «Динамо». На «Динамо», ну ты был на нем. Ну видел, да, да. На «Динамо» был похож. Стадионы в Испании, кстати, очень много были плохие, в плохом состоянии было, да. Старенькие. Многие старенькие все, да, такие, во многих. Да, они вот только-только сейчас начинают их, конечно. По сути, ну да, да, конечно, да. Конечно, конечно. Я всегда это возмущался еще раньше, я говорю, елки-палки, делаю чемпионат мира где-то там в Южной Африке, а Испания и Италия, две страны, которые... Законодатели их футбольных мод, да. Футбола, где все выигрывают, все это, и вы что, не сделаете это у них? Один был в 82-м году, да, вот с 82-го года в Испании... Остались все стадионы. Остались многие, да, это сейчас, вот последние там, может, 10 лет более-менее-то. А поэтому я с этим столкнулся. Я жил на берегу океана, в хорошем доме,
У меня дали дом, был, дом, хороший, да, дом, да, бассейн, все шикарно. А ехал на тренировку, приезжал, у нас раздевалка была, ну вот как вот эта комната, где Фургончик. Мы сидим. Да, да, с этими, с крючками. С крючками. И стоял бойлер там, где... Ну, но это знаешь, наверное, почему, Сев? Потому что очень много стадионов в Испании муниципальные, да? Ну, наверное, они да. Они не клубам принадлежали. Не клубам, да, они не клубам принадлежали, да. Поэтому в таком состоянии было запущено. И никто не заморачивался с базами, там такого ну, да. не было, что база была, я говорю, ну как, у нас в Тарасовке или еще где-то. Хотя в Страсбурге я тоже, у нас базы не было. У нас все было на стадионе. Ну, там стадион шикарный, у нас поля рядом со стадионом, там шикарная обстановка была. А здесь я после всего хорошего, да, конечно, я приехал, думал сейчас, ну хотя бы, я захожу в этот барак, крючки висят, запах непонятный какой. Сидят люди, сидит Мазиньо, чемпион мира, переодевается. Ну да. Сидит еще кто-то. Я просто хочу понять, как вот такую скромную команду, ну, судя по разговорам, затащили столько топовых футболистов? Ну, это потом уже мы затащили. Это сначала-то туда никто там... Там Мазиньо оказался там, потому что он в Валенсии имел проблемы, он не играл в Валенсии. На лавке сидел, да? Да, сидел на лавке, да, и он как раз пришел вместе со мной. Хаим Ревиво пришел, лучший израильтянин, лучший футболист. Подожди, ну у тебя Макелеле был, но это уже похоже, да? Это я потом его уже, я его привез туда. Да? Как? Да, конечно, во Франции мы же играли, и когда был случай, когда мне президент говорит, когда мы первый год, все хорошо, на второй мы вообще шикарно там, и он говорит, есть такой вариант, мы просто в тесных отношениях, когда Кар пришел. А Валера не сразу был с тобой, да? Нет, конечно. Ты первый же, пришел? Конечно, туда, да. Он же в Соседаде же был. Ну да, он в Соседаде был. Он в Соседаде был, да. А потом, когда у нас пришел Ирурета, Хабо Ирурета, тренер. Тренер. Да, который чемпион. По-моему, ты до сих пор с ним поддерживаешь отношения, да? Не, он, Валера поддерживает, потому что он с ним был. Он, когда говорит, что надо, я говорю, ну, двух-трех футболистов нам обязательно надо. Обязательно, если мы хотим. А у тебя уже голос там был, право голоса, да? Да, я уже на второй год. Ты же капитан был там? На второй год нет еще. Нет, там у нас Гудель был. Нет, еще нет. Ну, просто был Мазини уже был, я был, Пачи Салинас, брат Хулио, капитаном. Вот, они постарше все были, да? Просто видно было, что команде не хватает. Я же там скандалил все время, говорил, что нам, если мы хотим играть, ну, нужны футболисты. Не просто играть там за 10-е, 12-е место, нужны футболисты. Я же не привык играть за 10-е, ну, 12-е да. место. Правильно? Ну почему? А что у тебя? Ты чуть не вылетел, ну, вы вылетали с Каном, Страсбург был... Нет, Кан-то я ушел, да, вытащил был, их, наоборот. Страсбург был в Европе всегда, на 5-6 месте мы в Европе. Я 2 года был, мы все время в Европе, в финале Кубка играли, да? Конечно. В финале Кубка играли, Парижу проиграли 1-0 в финале. Так, я еще Кубок мог там выиграть, да. Ты что вообще? Слушай, и Валера приехал через два... Дима, сейчас в «Спартаке». Не, ну «Спартак»-то да, но «Спартак» уже... От «Спартака» уже прошло 6 лет. Да, да, да. Да. Нет, просто не привык и понял, что это можно сделать. Ага. Когда Хабо пришел, он сразу Карпа взял, еще кого-то, еще, ну, трех, да. И возник вопрос с Макелеле. А он был в «Марселе». Ага. В «Марселе» не играл. Был какой-то конфликт с тренером, я не помню, кто там был. И они меня спросили, а ты Клода Макелеле помнишь такого? Я говорю, конечно, помню. Он в Нанте был, когда Нант блистал, стал чемпионом, да. Чемпионом Франции, а мы их обыграли с Страсбургом. Я же помню, конечно, он играл против меня. Говорит, за мной бегал, как ну, собачонок. Да, как раз держал как собачонок, тебя. Да. Я говорю, помню, темненький такой, хотел ему несколько раз там. И все, и они говорят, а можно как-то, если мы сейчас ему позвоним, можешь с ним поговорить? Я тогда на французском-то еще говорил хорошо. Ну да. И вот я помню, из клуба мы звонили ему. То есть уже получился, да. Макелеле приехал, да, туда? Это вот. Ну, у вас такая приличная банда была для... Ну, то есть там прям... Сколько у тебя? У тебя, по-моему, 2 раза попадание в пятерку за Сельту, да? Да, да. Вы там, по-моему, чуть ли там... 6 лет подряд в Еврокубке. В Еврокубках играли. Да. Ниже 6-го места не опускались. Ну, прям такая стала тогда крутая. Один раз в Лигу попали чемпионов, 2 раза были на 5-м. Не хватало, для Вигу это просто было вообще... Ну ты что, это возьми сейчас любую команду. Ну конечно, так, маленькая команда с небольшим бюджетом. У нас состав был, у нас футболисты были, если назовем сейчас состав, все в шоке будут, правильно? Ну да, по сегодняшний день, для сегодняшнего дня... Представляешь, прям... Карпин, Мостовой, Густаво Лопес, Люба Пенев, нападающий. Лопес Аргентинец, да? Макелени, да, Макелеле Мазиньо в середине, Мичель Сальгадо справа, Хуан Фран слева... Ну, Касарис и Джорович, 2 игрока сборной Аргентины и сборной Сербии. Справа сборная Испания, слева сборная Испания, Бразилия, Франция. Ну, прямо, Россия, Россия. Кто был? Люба Пенев. А Пенев был, да. Болгарин. Кадеты, Болгарин был. Хуан Санчес, игрок сборной.
Ну, прям все, прям звезды, ребята. Ну, зашел. Мы этой командой должны были чемпионами становиться в Испании. Остало Депортиво два раза, наши враги. Почему враги? Ну, потому что это дерби было. Депортиво, Сельта, это всегда дерби. А, это дерби. 130 километров друг от друга. Слушай, Сань, ну скажи, ну расскажи честно, какие были предложения в Испании из больших команд? Ну, были же предложения. Да, да, Барселона-Реал. Барселона же да, была даже. Барселона-Реал, да. Когда? Когда мне было 31 год уже. Вот это все. Ну, то есть ты звезда был Сельты, капитан да, Сельты. Да, да. И почему ты побоялся переходить тогда, скажи? Ну, скажи честно, ну, скажи ну, хоть не, раз, не, хоть не, раз не, признайся, не ты побоялся, никогда это не говорил. Не побоялся. Но я точно Тимур, знаю, что ты просто не захотел поменять, ты просто не образ хотел... Жизни, что... Образ жизни. И деньги. Деньги, они не... Просто клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить. Такую Слушай, сумму. Ну если ты настоял бы, тогда... Если бы я настоял, ты там да, был согласен, на уровне, да. Если согласен. Бы ты там закапризничал бы, тебе тут же бы... Тимыч, вот 100% это да. То, что сделал Митчелл, то, что Конечно. Сделал Макелелик, переходил в Реал. Он же говорит, я не буду просто играть, да. не буду тренироваться. Он сидел в номере, мы шли на тренировку, он сидел в номере, я не пойду. И вот так у него ситуация такая была. Вы он... же в одном доме с ним жили? Конечно. Друг на другом? Да, да? Потом, когда мы в центр переехали, да, конечно. Я вот это я не делал. Я мог это сделать, но ему было 24 года, например, а мне 31. Я думал, блин, ну вроде все здорово здесь. Вроде бы бросать все. Дети маленькие, все шикарно, все здорово. Переезжать сейчас, ну, бросать. Ну, Реал, Сань, ну Барселона, Реал, ну такие. Ну вот так. Гранды. Да, но потом, когда мы договаривались, они говорят, 20 миллионов. Я помню, момент. За тебя какой-то ценник объявляли 20 страшный. Миллионов, да. Они говорят, как, 31 год, какие 20 миллионов? И что, тогда 20 миллионов продали кого там? Ну это как... Как сейчас 100. Ну, конечно, конечно. Ты что? Ну, ты не жалеешь, что ты не попробовал? Жалею, конечно жалею. Да? Конечно, жалею. Такой нет, осадок есть, да? Ну, что конечно, осадок Гранди есть. Конечно. Слушай, ну, Валеру же отпустили. Он же тоже там был. Валеру же отпустили да. в Валенсию. Не, Валенсию он в Валенсии был. Он к нам из Валенсии пришел. Или в Сосьедад. Куда-то он ушел. От нас? Да. Он вернулся в Сосьедад, да. Сосьедад, да? Он пошел на конфликт. Ну, видишь, его же отпустили. Значит, он пошел на конфликт. Он хотел остаться в Так я соседали. Говорю, что если ты захотел бы конфликт, ты тоже бы Да, если бы я захотел, но я что-то почему-то не делаю. Хорошо, но, тогда как возвращаемся. Как будто бы вот это все, ну, если бы вы смогли еще и попасть в грант, ну, это был бы вообще... Ну, Тимыч знает, если мы так говорим сейчас, он наверняка знает эту историю, когда я должен был в Ливерпуле оказаться. Я хоть и подвожу. Я же в Ливерпуль два раза летал. Да, ты уже почти что туда Я уже с ними летал, уже договорился о контракте, обо всем. Кстати, знаешь, кто занимался? Нет. Мной. Сын Круифа. Кройфа. Жорди. А он же у нас был. Ну да. Он же год у нас пришел к нам. А он уже потом агентством, да, потихоньку занялся? Да, он был у нас год, играл с нами. И он говорит, Алекс, блин, ну все, я тебя в Англию продам, потому что у меня все английские агенты. Ко мне приехали агенты эти из Англии. И мы начали. Я два раза летал в Ливерпуль. Ну и почему встречался. Ну, когда я прилетел в Ливерпуль, я увидел, что в 6 часов темно. Ну, я тебе говорил, кайфарь. Все рестораны закрыты, все закрыто. Правда, в Ливерпуле, честно, вот я тебе скажу, Саня, я много где был, вот прям много. Это худший город, который я видел в своей жизни. Да, блин, ну там пару... Ну, ты пару часов, и ты в Лондоне. Ну, это 4 часа. Нет, это мы... Нет, не пару, 4 часа. Это все ясно. На электричке. Но мы не... Но это прямо адский город. Это адский город. Я не знаю, я просто очень люблю Англию. Там люди бесцветного цвета. Ну, на Энфилде не поиграть, но это же... Нет, там, вот смотри, атмосфера стадиона, и все остальное. И больше ты умираешь дальше. Все, два бара там, ну, нет, 50 баров, там один бары, ну, два таких крупных бара. Ну, нет, ну, не сравнить его, конечно, с образом жизни Испании и Италии. Все рядом. А Манчестер такой же говно, как и Ливерпуль. Конечно, чем конечно. Это просто чуть-чуть там... Ну, Манчестер, он студенческий город, он поживее. Это говногород один и второй. Конечно, то есть это два говногорода. Согласен. Но команды великие, ничего не скажешь. Да кайфовые нет. города. Ладно, послушай, окей. Ну, у вас другие... Футболисты Ливерпуля по сей день, там вот эти звезды, которые были там по сей день, они даже не живут в Ливерпуле. Они, ну, потому что далеко до Лондона нереально. Они хотя бы в Манчестере живут. Тут, знаешь, Тим, еще какой момент был. Я вот ко всему, то, что я разговаривал, когда я летал, когда я прилетел туда-сюда, мы там пошли, вот мы столкнулись с этим, что мы там в 7 часов вечера не могли поесть нигде. Я моему агенту, который там, который дал, да, который, я ему говорю, а мы кушать где-то сможем покушать? Он говорит, сейчас пойдем, заходим, вот как ты говоришь, в этот бар, там сидят вот с этими с кружками, вот такие англичане, вот эти пьяные мне, такие смотрят на тебя, я говорю, не, здесь есть я не буду.
Ну, контраст, понимаешь, да? А там... это тебе сколько? Лет 28-29 еще было тогда? Нет, да? Это уже 30. 30? 30, да, 30. Это вот это 30-31 начиналось, да? В один бар вот с этим стал, во второй, третий. Ладно, пришли в отель, там что-то перекусили непонятно. Эти еще до сих пор кран, помню, левый, холодный, горячий. Вот это у них все еще это было. Угу. Такие, ну ладно, это так уже, к слову. Кровать, которая стояла около... Войти не мог в этот в номер, холодно, да? Там еще, кстати, да, все время? Да, да, да. Но это так, такое было. Это ясно, что... И здесь еще момент был такой... Когда мы говорили о контракте, то сумма, она незначительна была. Это возвращаясь к тому, что сейчас мы говорим. Одно дело, когда ты зарабатываешь миллион, и тебе дают 5. Ну да, что прям сильно понимаешь, тогда я говорю, да пошли вы все, я поехал. А там, грубо говоря, тебе дают 1 000 000 и 1 200 000. Ну, плюс да. Налоги, все дела, да. Ну, наверное, ну, чужая, да, страна, чужая страна. Здесь у тебя солнце в 9 утра, море рядом, и... А тут ты думаешь, я так подумал. Не, я честно говоря, вот ну, мы с тобой много... Ну потом, опять, Тимич, извини, но потом я очень жалел. Что, в Ливер не пошел? А потому что на следующий год, когда это они началось... Они Лигу чемпиона выиграли, да? Нет, они выиграли кубок, они играли в финале кубка, не знаю, Лиги Европы. Помнишь, когда матч они с Соловесом играли 4-3? Да, 4-3. Вот этот год. Это Кубок Европы. Да. Ну, да, Кубок УЕФА. А мы в полуфинале проиграли, да. А они с Соловесом в финале играли потом. И кого они купили на мое место? Кого? На плеймейкера. Когда со мной не договорились. Я же первый вариант у них был, а второго они купили шотландца МакКаллистер. Помнишь такой был? Да, да. И вот я потом сидел по телевизору, смотрел. Они в одном финале играют, в другом финале. В третьем финале. Они, по-моему, этот год играли в трех финалах. Слушай, но все равно, нет, смотри, я всегда, ну, мы с тобой много раз... Жерар Улье был тренер, помнишь? Конечно, помню, вот, француза, да. С ним я разговаривал. Я твой переход в Ливерпуль, я всегда понимал, почему ты не хочешь из Испании перейти в Ливерпуль. Но я вот до сих пор, сколько мы с тобой там дружим, да, я никогда не мог понять, как ты вот тогда не отважился перейти в Барселону и Реал. Ну, потому что это внутри Испании, там ты, там, ты там был, у тебя там сезоны были сумасшедшие. Да, притом ты как будто специально находил Барселону и Реал каждый год, чтобы им забивать. Чтобы он забивать, да. Две команды, которые как бы от меня страдали. Плакали, да. Да. Больше всех голов я им забил. Когда вы приезжали в Ливерпуль, вы общались там с Улье тем же? Они прям пытались уговорить, сказать, да блин, ну тут нормально, все не так плохо. Будешь тут играть, будешь АПЛ, ну, вот у нас первая встреча была, мы встретились, поговорили, он говорит, Алекс, да, я очень хотим, чтобы ты перешел к нам, как это, в принципе, делается-то, да, я очень рад буду. Ну, сидит агент один и второй, и как ну, бы... Ну, он стал по-французски, конечно, да? Да, да, да. Ну, все равно они по-английски, туда-сюда, и все. А вы где-то обыгрывали в Еврокубках Ливерпуль? С да, конечно, да. Мы их дома 3-1, и там, по-моему, 1-0 обыграли. Я да. помню, я, кстати, эти матчи помню. Да, да, да. И все, мы вот так пообщались, поговорили, потом я прилетел в Испанию, увидел солнце, увидел все это и говорю, да елки-палки. Сань, скажи, а вот сейчас... Был еще Ювентус. Было, да. Это не хочу вспоминать уже. Нет, расскажи. Не хочу вспоминать. Это тоже в эти сроки где-то был. Ну, плюс-минус. Ну, расскажи, но Ювентус это уже такой грант, там, это прям, ну, и город это, как это бы все должен было, был Турин, тебя устроить, да, все и было. Еда в 10 вечера, и открыто все. Тимыч, там произошло случай, ты помнишь, Дель Пьеро получает травму. Ну, конечно, помню, я помню, да. Я и помню, они это. Срочно ищут замену Дель Пьеро. Замена. А мы их тогда 4 им кинули у нас. Да, в Кубке УЕФА, да. И все, и они хотели тоже. Ну, не сложилось. Почему не хотите вспоминать? Ну, там период был такой, деньги очень как-то... Ну, там нет, там по деньгам плюс-минус я понимал, а здесь... Ну, а ты уже переговоры вел с Ювентусом? Да, ну, агент. Сам ты в Турин не летал нет, тогда? Нет, это агент. Агент говорил, давай. А у тебя агент всю жизнь был Барбоса после этого, да? Нет, да? Павлу вообще не. Я как потом с Павлу только мы списывались, созванивались и все, не. Агент у меня вообще никогда не был. Ну, то есть... Их было очень много рядом. Ну, то есть, да. А то, что да. кто-то сказал, Алекс, давай я тебе сейчас вот сделаю это, такого не было. Сань, слушай, скажи, а вот ты вот, ну, ты в таких больших командах играл, и всегда был там звезда, все. Скажи, а ты никогда вообще тогда не задумывался, чтобы тренером ты станешь, когда закончится? Не было у тебя таких мыслей? А знаешь, когда, помнишь, когда конспекты писали, да, там нет, некоторые никогда. Игроки такие там готовились к этому? Ну, редко кто писал, редко кто писал. Тимич, я тебе больше скажу, что из 20 человек вот того нашего поколения, 18 или 19, никто не думал, что будет тренером. Никто.
И никто никогда не говорил, что я когда закончу, я обязательно пойду в тренер. Ну, обычно, тренер. Знаешь, как бывает, такие звездного статуса игроки, они об этом и не думают. Это более там пониже. Ну да, там, кто в запасе сидел еще там, кто один, как я говорю всегда, один гол забил и ходит рассказывать, что он там чуть ли не... легенда Спартака. Легенда Спартака, да, это вообще уже смешно становится, поэтому, да, и таких очень много сейчас. Ну да. Понимаешь, да, потом смотришь, думаешь, где, как, кто это, как играл. Да, короче, в общей сложности ты сколько за границей отыграл? Ну, смотри, в 91-м я уехал, да. В 2005-м я закончил. То есть ты фактически всю жизнь? Всю карьеру. Всю карьеру. То есть там у тебя 3 года в «Спартаке», и потом... 4,5. 4,5 в «Спартаке», да? 87-й, 88-й, 89-й, 90-й. И в 91-м этот полгода, ну, полгода, там, год, я не знаю. Вот. В 2005-м я закончил. Твоя... Мы про сборную только не поговорили. Да, тут это твоя... обязательно. Твоя любимая тема. Самые, сам, да, которые ты мне потом травишь, да? Какую? Что я всем одно и то же спрашиваю. Что? Кто самые любимые футболисты или письмо? Нет, нет, это обязательно. Письмо. Это сейчас мы, это я же обязательно, я не могу Саню отпустить. То есть мы вот пока всех, кого звали, так. У меня всегда есть один вопрос. Письмо. Вот это письмо. 14. Угу. Расскажи, Саня, вот эту историю все. Вот просто, смотри, вот тут был Писарев, угу. Был Радимов, был Корнеев. Пока мы единственного, кого сюда, ну, кого пока мы не дозвались, я это уже знаю, Игорь это, Михайлович. Да, это я уже знаю. Да, которого будем тоже в свое время, ну, когда-нибудь придет и его там время, когда будем пытать. Скажи мне, вот эта история, ты вообще знал, что будет заговор Бышевца против Садырина, что он будет попытаться переманивать игроков? К тебе кто-то подходил тогда на базе, когда эта история вся началась? Ну... Тимур, ну, я все это знал, потому что я был свидетелем, потому что я был, мы были близкими друзьями с Игорем. Угу. Ну, вы были самые близкие друзья. Да, и ты это прекрасно знаешь, потому что все, что происходило, знал он и знал я. Да. Конечно, я знал все. Слушай, а скажи, а вот просто честно скажи, вот сейчас уже много лет прошло, что бы вообще послужило вообще вот этой всплеском, вот этой истории, что вообще чем-то было недовольство какое-то? Ну, вот по-твоему, спустя там годы. Ну, там было, ну, системное... Ну, вот вы это приезжали вот... богатые ребята уже, в принципе, по советским, по русским, да. По российским меркам. Да. Когда ты помнишь, что творилось, конечно, в начале 90-х, конечно, здесь? Конечно. Там, я не знаю, еду не купишь толком. Да, да. Вы приезжали, там обеспеченные ребята, хорошо одетые. Да. Но навряд ли из-за того, что вам нельзя было в какой-то бутсах играть, или там то, что Колосков там выебнулся, что вы все будете в Рибаке одеваться. Угу, ну, угу. Это все-таки честь страны не могло быть вот это на весах. Ну, мне кажется, что кто-то что-то не договаривает, мне кажется, в этой истории. Ну, может, кто-то не договаривает. Но я думаю, что больше всех, конечно, знал Игорь, правильно? Ну да, ну слушай, ну... Мы, Тимур, ну больше всех, ну, понимаешь, вот ты, например, с кем-то дружишь, да? Да. Ты с ним близко дружишь, да? И, например, и он завтра должен быть кем-то. Да. Конечно, ты будешь ему делать все возможное, помогать, чтобы он был этим кем-то, ну, да. Правильно? Так. Я думаю, что как раз-то в этом отношении Анатолий Федорович и Игорь, наверное, близко дружили как-то. Ну, я не уверен, что они дружили. Были. Игорь всегда был достаточно такой, ну, навряд ли у него там, он дружил там где-то... Во-первых, у них разница в возрасте была, что да, они дружили. Да, согласен, но все равно кто-то был еще, какие-то кто-то люди кто-то был между, да. Между, которые делали, чтобы ты, так как ты сейчас один из основных игроков этой сборной, там капитан, и он как раз в этот момент был в Интере, да? Да, в Интере. Да, наверняка... подталкивал, чтобы он все это делал. Поднял бунт, да? Да, да. Ну, у вас тогда, слушай, но мы почему, слушай, мы... Сева это знает по картинкам каким-то, да? Но для меня там, я там, ну, как бы мы с тобой там, конечно, чуть-чуть конечно, разница конечно. В возрасте, там, это была самая звездная сборная. Эта сборная конечно, должна конечно. Была что-то добиться. Конечно. Ну, то есть конечно. Она могла, ну, то есть конечно. Она не то, что должна, а там она могла добиться. А там всегда да. были вот такие какие-то проблемы непонятные. Непонятные, не да. Но они всегда были. Ты помнишь, я еще тогда, еще в то время говорил, что мы заложниками вот этой ситуации оказались всей вот этой на протяжении там 92-го, 94-го, 96-го, когда в стране происходило то, что у нас сборной. Это все как бы то, что происходило в стране до 2000-х, да? Это у нас и сборной происходило. Не, это ну, понятно, понимаешь? Что футбол вообще поэтому, отображение да, жизни поэтому страны. Мы, нам не нравился вот этот наш совковый подход к нам, да, вот правильно ты сейчас затронул, мы приезжали, а нас воспринимали, как будто мы, ну, грубо говоря, лохи какие-то приехали, понимаешь? Слушай, ну, смотри, вот то, что я знаю, я тогда еще не был так, блин, да. Тогда еще близко не был в футболе, но как, ну,
как наше расследование показывает, мы там с Евой потихоньку собираем расследование по этому вопросу, вас что возбудило, что деньги взял Колосков и с вами не поделился? То есть премки какие-то, или там у какого-то спонсора взял, да, там деньги у Рибака, вам заставил одеть костюмы, а вы там закапризничали за бутсы, или какие-то премки там были, да? Ну, не, знаешь, всегда, капризы всегда были, всегда, в большом коллективе всегда были капризы, у кого-то мне, это, у кого-то почему, то. Меня почему эта ситуация там, не то, что она задевает, это уже история, но вы были крутые ребята, то есть, то есть это не то, что сейчас приехал там условно Захарян и Миранчук, и тут все на него смотрят, как на небожителя, то есть, потому что в Москве живет гораздо лучше, чем они. По тем временам, когда вы приезжали в Москву, ну, это прям было круто, потому что вы там все модно одевались, там ходили в модные заведения, все. Ну, мне кажется, что и состав-то был тогда такой звездный, вы все играли за границей, да? Шикарный состав был. Ну, мне как-то вот просто... Это одна из самых сильных сборных за всю историю. Ну, я думаю, что самая сильная. Это самая сильная. Это самая. Я думаю, это самая сильная. В российской истории это однозначно сильная. Ну, да, да, но... В Советском Союзе... Не, ну, мы это не помним, слушай, мы это сравнить не можем. Ну, я все равно сравниваю. Тяжело сравнить, потому что игроки не уезжали просто в то время. Да, да. Не, Тимич, вот по сборным я, например, моя версия у меня есть, потому что я застал и то поколение. Да. И свое, и еще следующее, да, я четыре поколения застал, можно сказать. Для меня самая сильная сборная – это 88-й год, 90-й. Ну, 88-й год, потому что там киевляне, да, вот когда это то, самое, чемпионат Европы, финал. Самая сильная. Потом идет вот это вот наше. Нет, я имею в виду только уже, когда Россия отделилась, и я думаю, что вот эта сборная, которая это, могла быть… Россия отделилась, в 94-м году, которая могла быть, это была бы самая… 94-96-й год, да, 94-96-й – это самая сильная по составу. Давайте, мы закончили про это? Да. Я вот хочу про еще одну мутную тогда историю с Пепси и чемпионатом мира 2002 года. Да. Потому что до сих пор все считают, что вы не сыграли на нем из-за Пепси. Из-за того, что... Потому что у сборной был партнер Кока-Кола. Я помню, да. У вас был контракт с Пепси, вы снялись в рекламе Пепси. Ну, там просто звездная реклама, там все Рауль, Бекхэм. Да, да, я помню эту рекламу. Я хорошо помню. Да. С сумоистами. Я помню, конечно, но это же недавно было. И говорят, что... До сих пор плакаты у меня висят еще. Говорят, что Кока-Кола была гипернедовольна, потому что она работала со сборной России, и ей принадлежали вроде как все права на образ. Правильно, да. И говорят, что у меня я без разрешения снялся. Ну, вы не должны были. Просто, я не должен был раздать, это мой личный. Это у тебя же личный контракт. Но говорят, что Кола была прям в бешенстве, и вот прям четкий слух, что из-за этого вы не сыграли на мире второго года. Все это было, я все это прекрасно помню, но сыграл я не из-за этого. Я не сыграл из-за того, что я получил здесь вот за два дня до вылета на этом турнире, на первой минуте сумасшедшую травму в игре против Югославии. Да, заднюю, порвал заднюю мышцу. Не знаю, может, это так совпадение такое неприятное для всех. Ну, потому что там же был Олег Иванович, тренер той сборной. Все равно у вас же были отношения. Здорово, шикарно. У нас все было шикарно. Всегда было, да? Я, кстати, после того, как я порвал эту заднюю мышцу, меня сразу повезли в ЦИТО, а нам через день или через два улетать. Угу. И он же меня взял. Он говорит: Сань, ты не переживай, я тебя все равно беру. Даже не зная, какой вердикт будет, да, то, что я там сильно порвал, надорвал. Но я знал, что я сильно порвал, да? Потому что у меня... Ну, тебе 3-4 года, ты уже чувствовал тело все равно. Когда этот звук произошел, то тых, и когда нога сразу стала неметь и сразу наполняться, раздуваться, да, я все... И когда в ЦИТО привезли, мне сразу врач сказал, что: Сань, я буду делать все возможное, чтобы тебя там вылечить хотя бы, да, до хоть какой-то. Угу. Ну, я вот из-за этого не играл. И даже была попытка против Бельгии, я уже вышел на второй тайм разминаться. И почувствовал все равно боль, и да? И все равно я не смог сделать движение, потому что я чувствую, что сейчас что-то рванет и надорвется опять. Поэтому только из-за этого. Да, а это уже потом. Я помню эту всю историю, когда начали говорить, опять же, да, наверняка мостовой. Короче, теория заговора. Да, из-за этого. Ну, все же видели. Слушай, ты же знаешь, что спустя время, что зависть – это одна из таких страшных черт. Ну, наверное, да. Потом я знаю, но я никогда не испытывал. Потом был четвертый год, и там тоже был такой скандальчик. Да опять, елки-палки, опять одни скандалы. Ну как, надо это все закрыть. Это четвертый год, это Евро. Европа, да, и после первого матча. Ты был, по-моему, там, нет? Нет, я не ездил, нет. Тебя перепутали с Атаром. Который выбежал на какой-то игре, но меня уже не было. После первого матча вы критично высказались, и... Все, вас отстранили. Да, кто был в сборной тогда, Ярцев. Тренер Ярцев? Первый случай был, когда игрока убрали после первой игры, да,
Ну, ты почему высказался? Сейчас помнишь? Конечно, все помню. Прекрасно помню. Конечно, все прекрасно помню. Да тебе что не понравилось? Как Ярцев тренирует или состав ставит? Нет, там все вот как раз-то так все и высказали, да, высказали. Мое мнение простое. Простое. Мы после игры Испании, первая игра была против сборной Испании. Угу. Мы ее могли не проиграть. Мы ее в итоге проиграли, нам Болерон забил, по-моему, на 80 какой-то минуте. 1-0 мы проиграли. Угу. И когда мы выходили после, ну, понимаешь, да, проигрываем игру, первая игра, Испания в группе, Португалия хозяин, да, мы понимали, что еще и Португалия, еще, да, еще тяжелее будет, да. Поэтому Испанию, по крайней мере, мы должны были не проиграть. По игре, в принципе, не должны были им проиграть, ничья, это нормально. Ну, в итоге нам Болерон забил, помылись, микс-зона, ты выходишь, и я через эту микс-зону иду. Все наши ребята, потому что пробегают, и в автобус, никого не останавливают, останавливают мостового. Ну, потому что ты самый статусный игрок. А кто был, да, команда. Кто там был, кроме мостового, на этих языках? Димка Олень был. Из я. Или нет, Олень еще, по-моему, даже не было. Или был, не помню, был, по-моему. Все. Короче, я остановился и начал разговаривать на всех языках, которые я на тот момент знал. И разговаривал, никто, один я стоял, разговаривал. Ну, и вот и наговорил. Да, мы проиграли, потому что плохо, наверное, подготовились, или плохо там это, или то, или все. Ну, представляешь, да, тебе задают там 20 ну, человек, да. Или там их сколько стояло-то, больше 50, наверное. Я и так, и сяк этому отвечаю, русскому, тому, пятому, десятому. Потом кто-то из автобуса кричит, все, время, давай. Я иду в автобус, сажусь, приезжаю на базу, где мы жили, и разносится шум, крик, гам. Говорят, что вышло какое-то интервью в Москве, что ты сказал, что команда проиграла, потому что у нас тренер плохой. Я так сижу, говорю, я это сказал, тренер плохой. Ну, логику видишь, я как могу я это сказать? Ну да. Вот как, я нормальный человек, как я могу? Я сказал, да, наверное, подготовились, где-то что-то. Там жара была, ну, помнишь, да, в Португалии? Помню, конечно, 35, я, да. 35 там, это... ну и что? Ну, может быть. Тем более было видно по игре, что мы в физическом плане подсели, да, мы... было. И я где-то вот такие слова говорил, в принципе, футбольные слова, как все говорят. И все. А вот кому-то не понравилось, что я сказал вот, с упреком, если команда сыграла плохо, значит, упреком виновато руководство. Ну и, в частности, главный тренер. И Ярцев обиделся, да? И Ярцев, ну, на тот момент он же был звездой. Ну, он да. Же вывел команду на чемпионат Европы. Помнишь, в том положении, в котором мы вышли, ты же помнишь, да? Да, помню, да. Мы да. же сначала там не мы, а когда нас не было, команда проваливалась, а потом он да. вызвал нас, ветеранов всех. И стали набирать очки. Да, мы выиграли 1-1, и Уэльс обыграли, помнишь еще, ну, да? Да? И да. все, и вышли на чемпионат Европы из беспомощного, да? И все, и у него звезда здесь вот, и он подумал, что все, ну, так произошло. Ну и все. И тут начался очередной скандал вот этот. Вы помирились после той истории? Ну, лет там через 5-6 мы, наверное, виделись в Москве. Да я и не ссорился. Я не ссорился в той истории. Просто то, что происходило там, ну, никто не понимал. Мы жили с Димкой Оленем, точно угу. с Оленем же в номере. За стенкой был Ярцев и Ренат жил. Ну вот, всю ночь вот так мы разбирались. На повышенных? На повышенных, да. Оставаться, не оставаться, уезжать, не уезжать. Но я сразу сказал, что если так произойдет, ну там часа 3-4 ночью, наверное, мы там. Я сказал, ну нет, нет, я уеду. Завтра утром я уеду. И уехал. Взял машину и уехал в Испанию. Из Португалии в Испанию. Команда утром также села в автобус и поехала в другой город куда-то. Вот так все, я уехал и все. Ну что, на этот раз... Не, ну вы же, наверное, в этот момент понимали, что это такой последний турнир у вас со сборной. Понимал, конечно, я понимал. Я все понимал. В том-то и дело. Почему я тоже там в конечном итоге тоже вскипел. У меня еще и проблемы сильные были в семье. У меня очень... Почему потом мне говорят, почему я там дальше не стал продолжать карьеру? Я же мог спокойно уехать куда угодно. Я мог уехать еще 2-3 года играть везде. И почему? Из-за... Ну, из-за всего вот этого. Все вместе навалилось. Все вместе. Все эти проблемы, они там деньги не выплачивали. Здесь сборные вот это вот. В семье проблемы, везде проблемы. Все, это я как просто... раз у тебя на грани развода тогда Ну, было, конечно, да, я все это навалилось. Я вернулся в Москву, я полгода вообще никого не слышал, никого не видел. У меня билет был в Катар улететь. Подписать играть. Контракт и еще играть там, да. У меня билет, они уже самолет присылали за мной. И я не улетел. Я говорю, да пошли вы все со своим футболом. И все. И наш общий друг Колька Писарев был со мной рядом тогда. Ну да, тогда Коля был. Со мной рядом был всегда. Ну да, да. А сейчас, Колёк-то. Сейчас мы на разных полюсах. Да, хорош. Я не понимаю, как так вышло. Вот вы реально, вы же близкие все были друзья. И Шалимов, Писарев и вы. Да. Как вы разругались? Вы самых, вы ближе всех, да, вы дружили троем? Да.
Не, я просто помню, что Коля иногда просто мог поехать перед каким-то важным матчем туда, к Сане, когда у него было время в Испанию, чтобы побыть там перед какой-то там Барселоной или Лиги Чемпионов. Коля мог делать все, что он захочет со мной. Ну, видишь, имел на тебя влияние. Да, и делал. Да нет, мы все нормально, я говорю, жизнь все равно такая штука, что все равно, как бы мы там, даже вот сейчас, когда мы не общаемся, все равно здесь-то мы. Ну, конечно, да, вы все равно друг за друга, это выросли все равно вместе, это уже никак не вырвать отсюда. Мы даже можем вот друг другу там, сейчас ясно, что мы не общаемся, да, там, но все равно я думаю, что, ну, я, по крайней мере, я не знаю, как они, или там, я могу там где-то сказать, да пошел он там туда-сюда, а потом все равно никакая разница. Ну, да, да. Понимаешь? Короче, если что, всегда поможет. Ну, да. Последняя тема, вот вообще самая коротенькая. Мы тут на канале у нас проводили Кубок Фиферов, и вообще я люблю поиграть в фифу. Вы единственный футболист, вы... И Лев Яшин, единственный из русских. Золотая карта, да? У кого есть не золотая, но просто карточка в FIFA. Да. Как это вообще получилось? Как они с вами договорились? Что вы с этого получаете? Предложили деньги большие. Да? Тимур, ну вот, возвращаясь к тому, о чем и ты говорил, и Тимур говорил, почему я не перешел туда-сюда. Тогда я к деньгам относился просто. Я говорю, да нет, ну какая, у меня есть что-то, главное, я живу нормально, все. А сейчас-то уже надо, ну да, видишь, думать, что те деньги, которые я зарабатывал агента раньше... Агента не было хорошего агента рядом. Агента не было, вот. Да. Поэтому в какой-то момент, это было, по-моему, до пандемии, на меня вышли и сказали, Александр, мы хотим вашу... Я говорю, да нет проблем, пожалуйста. Встретились здесь, в Москве, клип снимали. Снимали много там кое-чего там. Это вот эта компания... EA Sports. Да, ага. Да. И договорились, я подписал контракт на... На 4 года, по-моему. То есть ты им отдал как бы свой образ, да? Да, я им отдал свой образ. Они здесь, компания делала, вот я говорю, фотосессии, ага. Клипы. И там снимали мы в какой-то момент потом несколько презентаций. И ковид начался. И я должен был лететь еще два раза полететь в Европу. Там тоже, ну, обновляется, знаешь, все время обновляется. Но так как ковид, я никуда не летал, и мы делали дистанционно. Вот и все. Но сейчас, по-моему, в этом году он заканчивается. Они, по-моему, вообще с этой компанией больше FIFA, да? Не-не-не, они все равно продолжают. Вот в этой части FIFA вы есть. Есть, да? Вот я говорю, по-моему, в этом году заканчивается у меня договор. Они вам какую-то единоразовую сумму дали? Нет, это каждый сезон? Год. Каждый сезон. Ну, как думаете, будут они продлевать? Вам это прикольно вообще? Ну, не прикольно, потому нет, что... Стой, прикольно, что деньги... Даже и без денег, но это капец как статус. Нет, ну, конечно, да. Мостовой и Яшин... Всего это, два русских? Да, два русских. Я просто не знаю, я в FIFA не играю. Всего два, да. Это они мне говорили, да, что у вас там Яшин, и потом вот мы хотим, чтобы вы были, да. Причем там, знаешь, там даже, ну, то есть лицо похоже, знаешь. Да? То есть они, прям они компьютерные даже Санины скиллы делали, ну, даже. Вот, образ, как он играл, даже такие скиллы делали. И я к тому, что вот внешне прям тот же футболист, который играл вот когда-то за Сельту, да. Это прям круто. А там, по-моему, в форме даже. С приспущенными гетрами, да? Не-не-не, я никогда не спускал. Не, я не любил это, я всегда поднимал. Ну, не высоко, нормально. Как всегда, обычно. Да, как обычно. Короче, EA Sports, напишите Александру, потому что контракт кончается, надо продлевать. Да, да. Если в какую камеру смотреть? Есть камера прямая? Туда. Туда, к ним. Да нет, мы на связи, но я думаю, что сейчас в этой обстановке тяжело. И так была проблема очень сильная, да. Там не знали, как перевести, как кто куда, чего, где. Это да. Я думаю, что, наверное, будет, слава богу. Не будет, ну, что делать. Что, закругляемся? Да, спасибо большое. Угу. Спасибо, Саня, что ты пришел. Спасибо. Это было, я думаю, что это было очень интересно, особенно той части. Для меня вот эта часть, когда ты, каким образом ты пришел в большой футбол, для сегодняшней молодежи, конечно, это было бы, ну, да хорошо нереально. Бы, чтобы они послушали. Ну, такой ритм сейчас никто, конечно, не выдержит. Чтобы такое желание иметь заиграть в футбол, Тимур, это многого я еще не рассказал, понимаешь? Ну, тогда придется тебе еще раз прийти. Знаешь, я могу спустя сказать... Спустя какое-то время. Нет, может быть, да, может быть, приду. Тут был момент, где-то, наверное, год назад даже предложили фильм снять. Ну, я думаю, что это какой-то точно было бы такой... Документальный. Я думаю, это точно кто-то до этого дойдет. Я сначала отказался, ну, не то, что отказался, сказал, да не надо, ну что там. Говорит, да нет, просто надо будет посидеть и подумать.
Не, ну вот это прикольная история, да. Реально прикольная история, потому что у тебя реально было в жизни и тяжелое восхождение, и потом вот эти вот разборки, которые там на несколько лет затянулись. А-а-а. Я думаю, это действительно интересная история. Так что я думаю, что мы тебя еще раз позовем спустя, там, через какое-то время, когда ты будешь готов какие-то истории рассказать, которые сегодня не рассказал. Ну, здесь только... За огромный гонорар. Все, спасибо. Потому что мне нужно рисковать. Спасибо. Да. А, Тимыч.